до самого верха, а затем вы передадите его вниз. Это для вас ель. Мы любим вас ель. Мы здесь, чтобы поболеть за Гарвард. Да. Поступайте в Гарвард. Возьмите один и передайте его. Передайте их вниз. Здесь же не будет сказано что-то вроде ель. Отстой, не так ли? Здесь написано, поступай в Гарвард. Мы хорошие. Вы это видите? Посмотрите на них. Они сдали экзамен. Это произойдет. Это действительно произойдет. Я не могу в это поверить. Что вы думаете о Еле? Они не думают о нем хорошо. Может быть, там полный бардак, я не знаю. Вы действительно не можете исправить это сейчас. Это у всех есть. У кого-нибудь есть свои вещи? У всех ли есть свои вещи? Вероятность того, что это будет разборчиво, очень мала. Я согласен. Это слишком сложно. Посмотрите на все знаки. Я знаю, но это слишком сложно. В каких домах вы, ребята, живете? Это не настоящий дом. Сколько там лишних? Хофо, да. Вы, ребята, не из Гарварда, не так ли? Нет, Пфоха. Фортсгеймер. Да, но она сказала хо-фо. Ну она, наверное, пьяна. У всех есть свои вещи. Все ли карточки розданы? Хорошо, давайте сделаем это прямо сейчас. Да, посмотрите. О боже мой, это сработает. Поднимите свои таблички вы отстой вы отстой вы отстой вы отстой вы отстой вы отстой мы сделали это вы отстой вы отстой вы отстой вы отстой вы отстой вы отстой что вы думаете о еле сэр а не отстой а не отстой еще раз еще раз о вот и опять Гарвард отстой, Гарвард отстой, Гарвард отстой, Гарвард отстой, Гарвард отстой, Гарвард отстой. Хорошо. Это CS50. Добро пожаловать на восьмую неделю. На прошлой неделе мы узнали, как создавать, читать, обновлять и удалять базы данных с помощью SQL. Но на этой неделе, Адам, все желающие. Счастливого Хэллоуина! Все в порядке. Итак, это CES 50, и это уже восьмая неделя. Моя благодарность Адаму за сегодняшний день, за этот счастливый Хэллоуин. В ближайшие мгновения мы узнаем все о том, как работает сам Интернет, который, конечно же, является технологией, которую мы все используем каждый день, возможно, в той или иной форме прямо сейчас. Но мы увидим, что если вы начнете понимать некоторые основополагающие строительные блоки, которые питают сам Интернет, мы действительно сможем начать создавать на его основе интересные вещи. И многие приложения и веб-сайты, которыми вы все пользуетесь каждый день, должны стать еще более привычными вещами, которые вы сами можете создать. И, честно говоря, когда что-то пойдет не так, у вас будет все больше ментальной модели того, как все работает или не работает на самом деле, чтобы вы могли в конечном итоге самостоятельно диагностировать все больше проблем. Итак, если мы посмотрим на интернет в первые дни, то увидим, что все было примерно так. Это, конечно же, география Соединенных Штатов. И только некоторые из первых пунктов в интернете были вот здесь. Это была так называемая ARPANET еще в 1969 году. И действительно, интернет зародился здесь, в Соединенных Штатах, когда изначально было все всего несколько компьютеров каким-то образом соединенных между собой это конечно со временем начало расти так что в конце концов мы соединили западное побережье с восточным и в настоящее время вы можете думать что эти точки на экране представляют собой такие вещи которые называются маршрутизаторами что-то вроде компьютеров или действительно серверов у которых каким-то образом есть провода или может быть беспроводные соединения между ними позволяют передавать данные из точки а в точку в и это конечно же теперь увеличено по всему земному шару и даже над землей так что мы можем с большей легкостью под к системам в любом месте, теперь, чтобы маршрутизировать данные с одного маршрутизатора на другой, нам нужно каким-то образом принимать решения о маршрутизации. И это именно то, с чем интернет-провайдеры интернет-провайдеры всего мира просто справляются за нас. Мы с вами подключаем наши компьютеры Mac, наши компьютеры к сети здесь, в Гарварде, или что то же самое, в Еле. Или мы каким-то образом выходим в интернет через Wi-Fi или сотовую связь. И затем некоторые из этих более крупных организаций, эти более крупные компании или страны, обрабатывают большую часть данных, поступающих из пункта А в пункт Б. И если вы подумаете, о том, что представляют собой эти маршрутизаторы, они действительно просто серверы каким-то образом взаимосвязанные. Мало чем отличающиеся от этой сетки плиток здесь, например, во времена Zoom. И на самом деле здесь у нас есть, я утверждаю, сеть маршрутизаторов, реализованная здесь преподавателями курса, ассистентами курса и ТЭС. И если цель, например, состоит в том, чтобы Филис направила какую-то информацию, может быть, это электронное письмо. Может быть, запрос на веб-страницу в правом нижнем углу, вплоть до, скажем, Брайана здесь, в верхнем левом углу. Достаточно сказать, что если каждая из этих плиток представляет собой маршрутизатор, сервер, который может перемещать данные вперед-назад, влево и вправо, то этот пакет информации, так сказать, от Филис к Брайану, может проходить любым количеством различных возможных маршрутов. Вверх, вниз, влево, вправо, чтобы пройти из одного угла в другой. Так что позвольте мне продолжить и нажать воспроизвести на этом видео, где ребята-преподаватели играют уже роль. Хорошо и так, в данном конкретном случае данные были направлены довольно прямолинейно вверх, а затем влево. Но предположим, что один или несколько сотрудников были немного заняты. Возможно, один из маршрутизаторов перегружен. То есть просто получаете намного больше конвертов в данный момент времени, чем он может обработать. К счастью, дизайн интернета таков, что часто существует несколько способов передачи данных из точки А в точку В, возможно, вместо этого через точку С или точку D. Таким образом, там есть устойчивость, даже если некоторые из самих серверов могут выйти из строя. Поэтому Позвольте мне предложить, чтобы мы использовали ту же сетку маршрутизаторов сейчас, чтобы маршрутизировать данные на этот раз немного по-другому. Желаю успеха! Возможно, позже вы увидите, сколько дублей нам потребовалось, чтобы действительно правильно проложить маршрут. Но на самом деле это показывает, что вы можете путешествовать разными путями, чтобы получить данные из точки А в точку Б. Итак, когда мы говорим о маршрутизаторах. Когда вы думаете об интернете, я имею в виду, думайте об этих людях как о просто представителях этих маршрутизаторов. Точки от ADR, все, что между ними. Теперь, как преподавательский состав узнает, как направить этот пакет вверх, а затем вниз или влево и вправо, чтобы добраться до места назначения. Ну, все они были запрограммированы, так сказать, на понимание протоколов. Это называется TCP и IP, иначе известные вместе, как правило, как TCP, IP. И вы, вероятно, видели эти аббревиатуры в какой-то момент в реальном мире, в интернете, в какой-то документации, в тексте, даже если вы действительно не задумывались об этом. Но IP, безусловно, является более распространенным из двух, возможно, в общей культуре. Так что же TCP и IP делают для нас? Ну, на самом деле, это две основные вещи. Любой компьютер или любой преподавательский состав, который понимает TCP и IP, знает, как получить данные из точки А в точку Б, но как? Что же, давайте разберемся, в чем заключается эта проблема, которую необходимо решить. IP иначе известный как интернет-протокол. — это протокол, на котором говорят компьютеры, который позволяет им знать, как обращаться к компьютерам в интернете. А протокол — это всего лишь набор соглашений, которых придерживаются компьютеры. Значит, кто-то написал код, в котором, вероятно, есть множество условных обозначений, указывающих компьютеру, что делать, если что-то произойдет. Например, если я получу пакет, то отправлю его на следующий сервер или что-то в этом роде. В человеческом мире у нас тоже есть протоколы. В более здоровые времена было довольно распространено протягивать руку другому человеку, чтобы поприветствовать его. И если они следуют человеческому протоколу, они, вероятно, схватят Хотели бы вас за руку и пожали бы ее, по крайней мере, в такой культуре, как это здесь, в кампусе. И теперь это человеческий протокол в том смысле, что кто-то его инициирует, кто-то на него реагирует, и вы оба вроде как знаете, что делать. Вы запрограммированы знать, что делать. Та же идея и с интернет-протоколом. Компьютеры просто знают, что делать, когда они на это запрограммированы. Так что же это значит? Если IP решит, что каждый компьютер в мире будет иметь уникальный адрес, точно так же, как научный центр за углом, может иметь уникальный адрес 1 Оксфорд-стрит. Кембридж, Массачусетс, 02138 США. IP диктует, что каждый компьютер в интернете должен иметь уникальный адрес такой формы. И это тоже вероятно то, что вы видели в реальном мире, даже если вы не слишком задумывались об этом. Это число и то, что называется десятичной системой счисления с точками, что означает, что это десятичное число, точка-то, то точка-то. Точка -то. Таким образом, четыре цифры, разделенные по соглашению десятичной точкой, хотя есть более новые и большие версии того же самого. И эти так называемые IP-адреса, которые могут быть такими же простыми, как 1.2.3.4, однозначно идентифицируют компьютер в интернете. Числа должны варьироваться от 0 до 255 каждое. И это своего рода подсказка, как только вы начнете мыслить более рационально. Если каждая из них представляет собой число от 0 до 255, то сколько бит, по-вашему, используется в каждом числе? Не стесняйтесь выкрикивать это вслух. Сколько бит дает нам 255? Всего 256 возможностей. Итак, 8 бит. Это должно быть просто своего рода эвристикой в вашем уме. В любое время, когда вы слышите что-то в диапазоне от 0 до 255, или всего 256 значений, вспомните неделю 0, которая дает нам 8 бит, плюс еще 8 бит, еще 8 бит и еще 8 бит, то есть IP-адрес обычно составляет 32 бита в общей сложности. А теперь, если мы проведем еще немного быстрых вычислений в УМЕ, или вспомним неделю 0, если каждый IP-адрес состоит из 32 бит, сколько компьютеров мы можем иметь в Интернете одновременно? Плюс-минус. Примерно 4 миллиарда это приблизительная оценка. И нам не нужно быть сверхточными ради обсуждения. Но примерно 4 миллиарда это то, сколько вы можете посчитать, не предполагая отрицательных чисел, если у вас всего 32 бита. Это не так уж много адресов особенно учитывая количество людей в мире, количество из нас, у которых есть ноутбуки, настольные компьютеры или устройства в более общем плане, телефоны в наших карманах и тому подобное. Поэтому позвольте мне просто оговориться для сегодняшних целей, что существует даже более новая и улучшенная версия IP, иначе известная как версия 6. Это версия 4, но все еще очень популярная. Версия 6 использует 128 бит, что представляет собой огромное количество возможных перестановок. Осмелюсь сказать, я даже не могу произнести это число, оно такое большое. Так что даже это ограничения уже есть, как обойти. Таким образом, у каждого компьютера есть такой адрес. Что это на самом деле значит? Хорошо, предположим, что я Филис в истории, рассказанной визуально ранее, и я хочу отправить сообщение Брайану. Ну, у Филис и Брайана есть IP-адреса. И предположим, что IP-адрес Брайана 1.2.3.4 в этом верхнем левом углу. Ну, Mac, ПК или телефон Филис, по сути, сделали бы то же самое на этом человеческом конверте, написав два адреса в середине конверта, как это принято у нас людей, вот так. Итак, это конверт, часть информации, электронное письмо, текстовое сообщение, что угодно предназначенное Брайану. И поэтому она попросила бы свой компьютер поместить IP-адрес Брайана посередине. Ее IP-адрес, возможно, 5.6.7.8. Так что, как и в нашем человеческом соглашении, я мог бы написать 5.6.7.8 в верхней части конверта. 5.6.7.8. Тем самым указав обратный адрес. И это полезно, потому что, если компьютер Брайана нужно подтвердить получение, если ему нужно ответить в какой-то форме. Таким образом, на конверте будет вся необходимая нам информация. Но в реальном мире серверы в наши дни делают много вещей. Не только электронную почту, но, возможно, чат, может быть, видеоконференции, может быть, и любое количество других сервисов. И получается, что одного адреса может быть недостаточно, потому что как компьютер Брайана узнает, когда он так сказать, вскрывает конверт. Что это следует интерпретировать как электронное письмо? Или интерпретируется как сообщение в чате, или интерпретируется как вложение видео, которое Отправила Филис. Ну что же, нам нужен какой-то другой механизм, какая-то другая подсказка на этом конверте, чтобы отличить один тип интернет-сервиса от другого. Вот тут-то и появляется другая аббревиатура TCPAP, которая называется TCP. Так что это расшифровывается как протокол управления передачей, который представляет собой просто другой набор соглашений, которых придерживаются компьютеры для того, чтобы решить пару различных проблем. Одна из них это проблема отличия одного типа услуг от другого. Итак, что это значит? Ну, люди десятилетия назад решили, когда они начали изобретать все эти различные интернет-сервисы, веб был первым, как они могли бы. Или веб сейчас является самым популярным. Они решили присвоить различным сервисам, которыми можно пользоваться в интернете, уникальные номера. И поэтому двумя наиболее распространенными являются следующие. 80 это число, которое группа людей решила много лет назад, что оно будет представлять то, что мы с вами знаем как HTTP. И мы немного поговорим более технически о том, что такое HTTP. Но очевидно, что в настоящее время это то, что находится в начале каждого URL-адреса, или лифт, к которому, конечно же, добавляется буква S, и у которого есть свой собственный уникальный номер. И на данный момент буква S просто означает безопасный. Один из них зашифрован или каким-то образом зашифрован в целях конфиденциальности, а другой не зашифрован. Он немного более уязвим для перехвата. Таким образом, эти два номера это то, что мир решил при внедрении TCP, чтобы однозначно идентифицировать эти сервисы. Так что же это значит? Ну, это означает, что если компьютер Брайана в предыдущей истории размещен не как сервер электронной почты, но возможно, у него есть веб-сайт. И Филис запрашивает домашнюю страницу Брайана или что-то в этом роде. Она попросила бы свой Mac, ПК или телефон написать не только IP-адрес Брайана в середине конверта, но и номер, иначе известный как номер порта, на который она хочет направить этот конверт. В наши дни 80 человек были бы небезопасны. HTTP. Это своего рода прошлое, и сейчас мы почти всегда видим хтпс. Так что я просто воспользуюсь лучшими практиками и добавлю двоеточие а затем цифру 443 в конце IP-адреса Брайана. Итак, теперь у меня есть IP-адрес Брайана, номер порта службы, к которой это относится, и я не собираюсь утруждать себя написанием. Но оказывается, что компьютер Филис также выберет номер порта, возможно, случайный номер порта, чтобы Брайан мог ответить наоборот. И тогда компьютер сможет узнать, какой ответ приходит на какой запрос. Но самое важное, это одно из двух полей, в котором это отличается от электронной почты, сообщения в чате, сеанса видеоконференции, масштабирования или чего-то еще. От чего-либо еще, происходящего на компьютере Брайана в то же время. Итак, все это время, если вы видели эти термины TCP и IP, это действительно две самые важные вещи, которые они делают. Но TCP делает еще одну вещь, которая тоже очень полезна. Оказывается, в наши дни очень часто, особенно в интернете, передается большое количество мультимедиа, будь то изображение или, может быть, видеофайл и это было бы немного неприятно. Мягко говоря, если вы скачали действительно большой файл. Это означало, что никто другой в вашей комнате в общежитии или в вашей семье не мог ничего загрузить до тех пор, пока вы действительно не закончите. Поэтому, конечно, в настоящее время несколько человек могут быть в интернете одновременно, даже если все соединения немного медленнее. Но использование одного человека не блокирует использование другого. И так как это работает. Ну, TCP, IP в сочетании с IP также может позволить вам сделать действительно большое изображение кошки, которым, конечно же, заполнен интернет. И взять большой изображение кошки или большой видеофайл кошки и фрагментировать его на несколько частей поэтому я просто грубо разорву его посередине а потом может быть снова разорву посередине так что теперь это четыре разных фрагмента и я сожалею но компьютер соберет их заново для нас и что компьютер фили смог бы сделать сейчас если она загружает эту фотографию кошки на веб-сервер брайана ну она могла бы поместить один фрагмент в этот конверт а затем иметь три отдельных конверта для трех других фрагментов и что она могла бы тогда сделать на внешней стороне этого конверта, так это просто как-то пронумеровать их. И на самом деле это еще кое-что, что TCP и IP вместе сделали бы для нас. Этот первый конверт сейчас может сказать что-то вроде одного из четырех в поле памятки, так сказать, метафорического конверта здесь. Этой информации должно быть достаточно. Потому что теперь, если Брайан получит все четыре этих конверта, он, по-видимому, знает, как собрать картинку с котом по порядку сверху вниз, слева направо. Но что еще более важно, предположим, что один из маршрутизаторов один из ТВС на видео как бы отвлекается, и они как бы отбрасывают один из пакетов. И это метафора на практике, когда маршрутизатор действительно занят. На него поступает слишком много данных. Он может метафорически отбрасывать пакеты. Что это означает на практике? Я имею в виду, что он буквально просто игнорирует нули и единицы. Он не сохраняет их в своей памяти, потому что там просто не осталось места. Так что это равносильно тому, чтобы уронить пакет. Так что предположим теперь, что Брайан получит один из четырех, три из четырех и четыре из четырех. Какой вывод может сделать его компьютер? Теперь получив эти три пакета. Один из четырех, три из четырех и четыре из четырех. Какой в этом прок? Да, я думаю, вы сигнализируете пальцами кому из них. Могу я позвонить вам? Да, значит, у него не хватает двух пакетов из четырех, второго из них. И это полезно сейчас, потому что вы можете себе представить, что он может отправить Филис какое-нибудь сообщение со словами. Эй, пожалуйста, повторите номер два из четырех, не загружая полностью кота. Так что там тоже есть эффективность. Таким образом, TCP/IP позволяет данным действительно перемещаться из точки А в точку В, решая при этом кучу этих проблем на этом пути. Так что в настоящее время, если вы когда-нибудь увидите упоминание на вашем Mac или по вашего так называемого IP-адреса это своего рода проблема которая решается теперь вопросы по этим протоколам этим соглашениям называемым TCP и IP это та степень, в которой нам нужно будет их понять. Нам не придется реализовывать их как таковые. В дальнейшем мы просто будем воспринимать их как нечто само собой, разумеющееся. У вас когда-нибудь возникали вопросы по поводу вашей домашней сети? Да. Что происходит, когда TCP? Например, когда вы пытаетесь отправить сообщение. Знает ли он, получил ли этот пользователь сообщение или нет? Действительно хороший вопрос. Как TCP узнает, что пользователь получил сообщение? Еще один аспект, еще одна особенность TCP заключается в том, что компьютер Брайна по дизайну этого протокола также будет подтверждать полученные им пакеты. И он будет делать это эффективно. Если Брайан получит все четыре пакета за довольно короткий промежуток времени, его компьютер отправит на компьютер Филис краткое сообщение о том, что по сути получил все четыре. В противном случае он скажет обратное, а именно что я пропускаю, например, два из четырех. И это просто гарантирует в конечном счете, что все данные действительно поступили, так что вы не пропали без вести, как квадрант рассматриваемой кошки. Хорошо, но это не единственная проблема, которую необходимо решить в конечном счете. Нам также нужно сделать интернет удобным для пользователей, если хотите. И было бы действительно утомительно, если бы вам пришлось посещать веб-сайты, например, по их IP-адресам. 1.2.3.4 довольно запоминающийся, но существует около 4 миллиардов других возможных доступных адресов. И запоминать их было бы очень утомительно. Рекламировать их было бы плохим маркетингом. На самом деле большинство из вас, вероятно, даже больше не знают номеров телефонов своих ближайших друзей и членов семьи. Потому что вместо этого вы храните их в своих контактах или в адресной книге. С цифрами, которые полностью непрозрачны с реальными именами или строками, если хотите. То же самое относится и к интернету, хотя каждый компьютер имеет и должен иметь уникальный IP-адрес в цифровом виде. Почему? Разве маршрутизаторы или компьютеры не будут очень легко вычислять числа, но мы люди лучше работаем со строками текста? Нам нужна какая-то система для преобразования удобных для пользователя строк, таких как harvard.edu или yale.edu или google.com к базовым IP-адресам. И именно здесь сегодня появляется следующая аббревиатура DNS – система доменных имен. Так что это просто еще одна технология, которая используется уже некоторое время. И это набор серверов в интернете, целью жизни которых является преобразование доменных имен в IP-адреса и, возможно, наоборот. Поэтому позвольте мне оговориться для сегодняшних целей, что в мире есть несколько корневых DNS-серверов, которые, короче говоря, знают обо всех даткомах, всех точечных и Всех точечных. Точка, точка, все остальные домены верхнего уровня по всему миру, а также в США. А еще есть несколько небольших DNS-серверов, принадлежащих компаниям, университетам и, скорее всего, даже в ваших квартирах или домах. Действительно, если у вас есть домашний маршрутизатор, подключенный где-нибудь к стене, это не только маршрутизация ваших данных в вашу квартиру, дом или комнату в общежитии и обратно. Он также, как правило, служит локальным, следовательно более быстрым DNS-сервером, кэшем, если хотите. Это своего рода локальное сохранение ваших наиболее часто посещаемых веб-сайтов в их IP-адресах. Просто чтобы не беспокоить более крупные, дорогие и загруженные серверы в течение всего дня. Таким образом, DNS-серверы есть повсюду. Если вы покопаетесь в своих настройках Windows, MacOS, Android, или iOS, вы увидите упоминание DNS и, вероятно, увидите IP-адреса серверов цель которых в жизни – выполнить это преобразование для вас. Но это необходимая функция, если мы просто хотим, чтобы интернет был удобным для пользователей и позволял нам использовать только слова, а не цифры. Что находится внутри этих DNS-серверов? По сути, это электронная таблица. Или если можно выразиться более дерзко, это по сути что-то вроде хэш-таблицы, в которой есть ключи и значения. Ключ – это доменное имя. harvard.edu, yale.edu, google.com. И значение – это соответствующий IP-адрес или во многих случаях IP-адреса во множестве числе соответствующих серверов. Так что здесь, уже несмотря на то, что я нарисовал это довольно абстрактно, как вы нарисовали бы это на доске, это действительно вероятно реализовано в виде какой-то таблицы. Может быть хэш-таблица, может быть таблица базы данных, может быть SQL или что-то в этом роде. А может быть это даже просто связанный список или массив. Нам просто нужно каким-то образом включить этот компьютер для преобразования одного в другое. Теперь, чтобы быть сверхточным, DNS-серверы фактически преобразуют так называемые полные доменные имена, что как правило не просто harvard.edu, но более подробный www.harvard и www.google.com. Таким образом, все это вы будете рассматривать как подстроку URL адреса. Так вот, что делает DNS. И это то, что ваш университет, ваша компания, ваш домашний маршрутизатор делают для вас. Позвольте мне сделать паузу, чтобы посмотреть, есть ли у вас какие-либо вопросы. Это тоже всего лишь технология, которую мы теперь будем считать само собой разумеющейся. Она просто работает. У вас есть какие-нибудь вопросы? Нет, все в порядке. Итак, давайте теперь перейдем к нашим протоколам действительно к последнему на сегодня, который подготовит почву для фактического решения проблем с ними и в конечном счете написания некоторого кода. HTTP. Это то, что вы видите или слышите в течение всего дня, хотя вам редко приходится утруждать себя печатанием. Скорее всего, если вы отправитесь в harvard.edu, yale.edu, google.com, вы больше не утруждаете себя вводом HTTP, не говоря уже с вручную. Почему? Потому что ваш браузер автоматически завершает подобные действия просто для того, чтобы облегчить жизнь. Но официально это делается в начале каждого посещаемого вами URL-адреса, будь то HTTP или более безопасных ПС, всякий раз, когда вы используете свой браузер для доступа к какому-либо веб-сайту. Таким образом, HTTP расшифровывается как протокол передачи гипертекста. И это, несомненно, одна из самых популярных, осмелюсь сказать, одна из самых мощных функций интернета в наши дни. Но ментальная модель, которую нужно иметь, здесь заключается в том, что HTTP или веб в более широком смысле это своего рода сервис, работающий поверх интернета. И возможно Zoom или Microsoft Teams это еще один сервис работающий поверх интернета. А iMessage и подобные ему технологии ⁇ это еще один сервис, работающий поверх интернета. Так что интернет ⁇ это действительно сантехника нижнего уровня, TCP-IP-DNS, которая просто передает данные из точки А в точку Б. Но сейчас, когда мы в конечном счете находимся на занятиях по разработке программного обеспечения здесь в CS50, HTTP ⁇ это протокол прикладного уровня. Это своего рода то, что используют программисты, что используют компании что в конечном счете используют разработчики, чтобы использовать базовую инфраструктуру для создания интересных и мощных вещей. Так что же это значит, когда речь заходит о доступе к сервисам через HTTP или более безопасных ТС? Вот репрезентативный URL-адрес. Даже если вы можете вести не все, если вы покопаетесь в адресной строке, вот что там. С учетом сказанного, многие браузеры в настоящее время как бы упрощают, если не приглушают то, что вы видите человеческими глазами. Просто чтобы сократить строки, особенно на мобильных устройствах. Но почти все всегда, если вы нажмете на URL адрес или выделите его, то увидите все целиком. Но во многих браузерах вы можете видеть только example.com. Но вся эта информация там есть. Она просто становится все более и более скрытой только ради пользовательских интерфейсов. Ну, оказывается, когда вы посещаете URL адрес по умолчанию, особенно если вы ничего не вводите после точки ком в этом случае, вы технически неявно добавляете одну косую черту. Таким образом, единица обозначает корень сервера. Это страница или папка по умолчанию на сервере. И косая черта, независимо от того, его, вводите вы ее или нет, не явно будет там присутствовать. И это просто означает, что дайте мне значение по умолчанию. Что бы ни было на www.example.com, дай мне эту страницу или ту папку. Но URL-адреса могут быть длиннее этого. И в более общем плане там может быть путь, так сказать. И это термин искусство. Путь это некоторая последовательность имен папок или файлов после такого URL-адреса. И поэтому вы можете более конкретно увидеть, что URL-адрес содержит очень конкретный файл. В наши дни это уже не так часто встречается. Хотя сегодня мы начнем с использования этой техники. Но если есть файл, называемый буквально файл, HTML или что-то еще на сервере, этот файл будет тем, что этот URL-адрес выводит на компьютер. Тем временем у вас может быть папка, что просто означает «покажите мне, что находится внутри этой папки». Или вы могли бы более подробно «folder файл» — HTML, который покажет вам этот файл в этой папке. А пока просто чтобы дать некоторые другие технические условия, это так называемое полное доменное имя. И опять же эти вокабуляры не имеют большого значения, но со временем вы услышите или увидите их. Мы обычно в разговорной речи называем это просто доменным именем, что немного менее точно, но безусловно делает свою работу в разговоре. И эту часть здесь я кратко описал ранее. Как называется этот суффикс в самом конце полного доменного имени? З? Да. Домен верхнего уровня? Да домен верхнего уровня или дву. И это всего лишь некоторая форма категоризации URL-адресов. Так вот, интернет зародился в Соединенных Штатах, и многие первые веб-сайты, конечно же, пришли из США. И поэтому, к лучшему это или к худшему, своего рода кол был воткнут в землю. Так что, как правило, ком указывал, по крайней мере, на раннем этапе, что это было какое-то коммерческое предприятие, бизнес которому принадлежало доменное имя. И DU, это учебное заведение. Нет была своего рода сетью. GAF – это правительство США. Теперь существуют также двух с кодами стран. CC такие как UK или JP. В каждой стране мира есть свой собственный дву из двух букв, который вполне может быть ограничен только серверами, компаниями или людьми в этой стране. Многие из них может использовать любой желающий. Вы использовали много URL-адресов в этом классе, заканчивающихся на CS50. Айоу, это не означает ввод-вывод. На самом деле это двое из другой страны, который позволяет любому пользователю интернета платить за использование этого домена на ежегодной основе. Например, на телевидении вы можете увидеть в некоторых случаях, например, Twitch, TV и тому подобное. Это тоже принадлежит другой стране, которая позволяет другим людям в англоязычном мире в данном случае использовать его так, как если бы оно означало телевидение. Но это просто разные типы дву, которые примерно классифицируют, где находится домен. Но это не обязательно означает, что он больше не коммерческий. Это не обязательно означает, что это больше не сеть по большей части сейчас существуют сотни дву, к лучшему это или к худшему, большинство из которых менее распространены, чем эти большие. Но почти каждый может купить большинство из них с некоторыми ограничениями на такие вещи, как .edu и GAV которые все еще очень сильно регулируются. Между тем, это то, что мы могли бы назвать именем хоста. WWW это очевидно супер распространенное соглашение. Почти каждый веб-сайт использует WWW в качестве имени хоста. Но это человеческое соглашение. Это не обязательное требование. И действительно, некоторые веб-сайты даже не утруждают себя указанием имени хоста. Они просто используют свой домен для рекламы своих веб-сайтов. Теперь это будет схема или протокол и это просто укажет по какому протоколу компьютер, ваш Mac, ваш ПК, ваш телефон должны использовать при доступе к контенту по этому адресу. Потому что действительно есть и другие протоколы, которые вы можете использовать. Но по большей части мы сосредоточимся только на HTTP или что то же самое HTTPS. Хорошо. У вас есть вопросы по этим простым определениям, строительным блокам URL адресов, просто чтобы у нас у всех был общий словарный запас. У вас вообще есть вопросы? Да. Какой IP-адрес местной почты? Конечно, мы вернемся к этому вопросу сегодня позже. Есть технический термин, известный как локальный хост, который является общим названием вашего компьютера, вашего Mac, вашего ПК, вашего телефона. Особенно, когда вы занимаетесь разработкой программного обеспечения. И по соглашению, ваш собственный компьютер имеет не только любой IP-адрес, который вы получаете от своего университета или вашего интернет-провайдера. У него также есть рефлексивный IP-адрес, который просто всегда ссылается на себя, а именно 127.0.0.1. И это всего лишь человеческое соглашение. Люди решили что это всегда должно относиться к вашему компьютеру. И это действительно будет полезно сегодня и в дальнейшем, потому что в конечном счете мы можем использовать это при разработке на наших собственных компьютерах. Другие вопросы по URL-адресам IP, DNS или любым из этих строительных блоков. Хорошо. Так, что же мы подразумеваем под HTTP как протоколом? Когда я протянул руку ранее в качестве человеческого рукопожатия, типичный человек в здоровые времена знал бы, что нужно ответить в свою очередь. Хорошо, а как компьютер Брайана реагирует на конверт Филис? какое бы сообщение в нем ни было. Ну, если предположить, что Брайан действительно все еще является веб-сервером в истории, и Филис пыталась загрузить кошку или, возможно, загрузить кошку с веб-сервера Брайана, внутри конверта Филис было бы сообщение буквально в тексте. И по большей части это английский. И в начале этого сообщения будет содержаться буквально один из этих английских глаголов. Либо get, что означает именно это. Найдите мне домашнюю страницу. Достаньте мне фотографию кошки. Достаньте мне фотографию собаки или видео или что-нибудь еще. Или пост, что часто означает пост. То есть выложите, то есть вместо этого загрузите на сервер фотографию кошки, собаки или чего-то еще. Строго говоря, это не единственные варианты их использования, но в целом вы можете думать о них так, как будто один просто получает информацию, а другой отправляет ее от клиента, от филис на сервер в данном случае Брайан. Итак, это те два ключевых слова, которые мы могли бы увидеть. И почему это полезно? Что же, оказывается, мы можем начать видеть на нашем собственном Mac или ПК некоторые из этих самых сообщений. Например, если бы Филис была в гостях не у Брайана, а example.com, на этом веб-сервере внутри ее метафорического конверта. Было бы текстовое сообщение, которое буквально начиналось бы со слэша get, затем слово http, а затем версии, которую она использует. Пункт 1.1 – это очень распространенное явление. 2 и 3 становятся все более распространенными. Но HTTP в целом выглядит так. Следующая строка текста в ее конверте, вероятно, будет гласить хост. Затем буквально полное доменное имя сервера, к которому она обращается на всякий случай. И это происходит очень часто, особенно на небольших веб-сайтах. Если на одном сервере размещено несколько доменных имен, несколько веб-сайтов, это просто определяет, какой из них она на самом деле хочет. И затем обычно есть целая куча других строк текста. Так где же вы на самом деле можете это увидеть? Хорошо, позвольте мне на самом деле продолжить и сделать это. Дайте мне минутку, и я открою на своем компьютере пустое окно Chrome в режиме инкогнита. Вообще говоря, режим инкогнита или приватный режим используется, когда вы не хотите, чтобы там остались остатки посещенных вами веб-сайтов. И это приводит к тому, что разработчики программного обеспечения просто забывают о любых вещах, которые вы, возможно, уже пробовали в своем браузере, в том числе о так называемых файлах коки. Подробнее об этом в другой раз. Ваша история автозаполнения и тому подобное. Так что для целей разработки режим инкогнита особенно полезен, потому. Потому что это похоже на то, чтобы начинать с чистого листа каждый раз, когда вы открываете новый приватный режим или режим инкогнито. Таким образом, не будет никаких остатков предыдущего тестирования или кода, с которым вы играли. И я собираюсь пойти дальше и сделать это. Я собираюсь пойти дальше и щелкнуть правой кнопкой мыши или контрольным щелчком мыши в Chrome. Я выберу «Проверить». И откроется это окно, иногда сбоку, иногда внизу. Я собираюсь передвинуть его вниз, чтобы нам было немного лучше видно. И я собираюсь увеличить изображение. И поначалу это будет выглядеть немного загадочно. И я просто выделю несколько из этих вкладок. Мы увидим здесь вверху, что есть элементы, консоль, исходные тексты, сеть а также целая куча других вещей. Это расширенный режим в Chrome. А также Safari, Firefox и Edge имеют свои собственные эквиваленты этих функций. Они всегда были там, даже если вы никогда не нажимали правую кнопку, чтобы включить эти функции. И я собираюсь на мгновение сосредоточиться на сети подобной этой. Это функция браузера, которая позволит мне в данном случае программисту, то есть инженеру, просто посмотреть, какие сообщения мой браузер на самом деле отправляет на сервер. Так что позвольте мне пойти дальше и сделать что-то вроде этого. Позвольте мне зайти, например, сюда в моем браузере, и я собираюсь немного уменьшить окно, чтобы мы могли видеть его точно. Я собираюсь посетить www.harvard.edu. А теперь я нажму «Вот» и в нижней части моего экрана только что произошла целая куча событий. И я попробую немного приподнять свое окно, чтобы мы могли сосредоточиться на подмножестве этого. Позвольте мне поднять это действительно закрыв содержание страницы, сосредоточив внимание на деталях более низкого уровня здесь внизу. И то, что я хочу увидеть в первую очередь это. Позвольте мне. О, извините. Позвольте мне продолжить и перезагрузить эту страницу здесь, сохранив журнал, чтобы мы могли видеть абсолютно все на экране. И чтобы внести ясность, я просто проверил, потому что я забыл ранее сохранить журнал, потому что я хотел сохранить все на экране. Я хочу видеть все сразу. И мы увидим это. Самая первая строка вывода с первого взгляда полностью поражает детализацией. Но то, что вы увидите здесь, если я начну прокручивать страницу вниз и вниз, вниз и вниз, это так называемые заголовки запросов. И позвольте мне увеличить изображение здесь. И то, что вы видите внутри Chrome на вкладке сеть в так называемых инструментах разработчика. Опять же, это только для инженеров вы увидите все заголовки, все строки текста, которые волшебным образом были отправлены моим Mac на harvard.edu. Очень похоже на то, как от Филис к серверу Брайана в этой истории. Чтобы я мог точно видеть, какие сообщения отправляются. И о многом из этого мы еще не говорили, но мы видим некоторые упоминания о Get, и мы видим некоторые упоминания о Слэше, и кучу других тайных деталей. Но обратите внимание, что все они представляют собой своего рода пары ключ значения, где двоеточие указывает, каково соответствующее значение. Так вот, большая часть этого не будет интересной и мы не собираемся слишком заострять внимание на сорняках всего этого. Но это действительно дает нам представление о том, что находится внутри этой виртуальной оболочки. Теперь harvard.edu это одно. Но есть и другие сайты, которые мы могли бы посетить. И независимо от того, что это такое, мы будем ожидать в конечном счете ответа HTTP. Таким образом, в дополнение к компьютеру такому, как мой Mac или компьютер Филис, отправляющему запрос, содержащий GET и HOST, а также эти данные. Вы увидите здесь в моей форме слайда просто репрезентативный ответ от сервера. И обратите внимание, что ключевым моментом здесь является то, что сервер отвечает в той же версии HTTP, что и в этом примере. Он отправляет обратно этот так называемый код состояния. Просто цифровой код, который в данном случае указывает на то, что все в порядке. И он включает в себя этот заголовок, этот HTTP заголовок, который опять же является просто парой ключ значения, говорящий о том, что тип этого контента возвращаемого с сервера, текст HTTP. Еще немного о HTML. Но для наших целей сейчас это просто означает, что Harvard.edu отсылает мне обратно веб-страницу. И действительно, если мы скроем все эти технические детали, то это будет та веб-страница, которую мы видели здесь, со всеми обычными изображениями и тому подобным. И на самом деле я могу увидеть это, если прокрутить страницу назад не до заголовков запросов, а до заголовков ответов. Вы увидите здесь, что мы получаем ответы, включая дату ответа сервера и целую кучу других деталей и честно говоря, это всегда было у вас под рукой, и скоро это пригодится, когда мы в конечном счете начнем создавать веб-приложение. Но это очень быстро становится ошеломляющим. И поэтому лучше, чем это на самом деле может быть инструмент, который мы можем использовать в самом нашем кодовом пространстве. Так что позвольте мне вернуться к Versus Code здесь. Я не открывал никаких вкладок кода. Я просто воспользуюсь окном своего терминала на минутку. И я собираюсь запустить пару команд, которые позволят мне на самом деле увидеть, что происходит, когда я запрашиваю один веб-сайт. Позвольте мне пойти дальше и использовать команду для URL для URL-адреса подключения. И это похоже на черно-белую программу командной строки, которая будет притворяться браузером. И он подключится к URL-адресу, покажет мне заголовки, но не покажет мне изображения графики, которые вполне могут быть полезны людям, но не мне прямо сейчас как разработчику. Итак, я собираюсь сделать завиток. Я собираюсь сделать я. А затем я собираюсь сделать www.harvard.edu, как будто я притворяюсь браузером, запрашивающим домашнюю страницу. И что хорошо в QRL, так это то, что хотя и подавляющее, вы получите полный ответ от сервера, содержащий только эти значения заголовка, пары ключ, значения внутри конверта. И мы проигнорируем почти все это. Но вот ответ от сервера. Он ответил, используя новую и улучшенную версию HTTP. В данном случае вторую версию и вернул мне 200 долларов. Вот мой тип контента, текст HTML. И затем этот набор символов связан с кодировкой, будь то они КД, эски или что-то еще. А затем есть все эти другие ошеломляющие детали на данный момент. Но это начало моей способности просто покопаться и посмотреть, как работает сервер. И как оказалось, мы сможем увидеть и другие потенциальные ответы. Так, например, HTTP может возвращать не только 100. Что если я сделаю это вместо этого? Позвольте мне пойти дальше и посетить kiorlai www.harvard.edu. Обратите внимание, что я намеренно использовал небезопасную версию URL-адреса, которая, возможно, больше не нравится системной администрации Гарварда. Хорошо, как они могут гарантировать, что я конечный пользователь-студент, тем не менее использую их, даже если я не водил его сам. Хорошо, позвольте мне выполнить эту команду только с использованием HTTP, а не HTTPS, и вы увидите, что не все в порядке. Она не вернулась с результатом 200. Она вернулась с результатом 301 и этим сообщением о том, что Гарвард переехал навсегда. Но вот где вы можете поискать еще одну подсказку. Среди всех этих строк, большинство из которых меня не волнуют, есть двоеточие в заголовке местоположения пациента, которое является для меня небольшой подсказкой, в которой говорится, куда, по-видимому, переехал Гарвардский университет в интернете. А чем отличается этот URL-адрес, просто чтобы внести ясность? В нем включена буква S. А что будет делать ваш браузер по умолчанию, потому что Google, Microsoft и Mozilla запрограммировали его таким образом, что всякий раз, когда он видит 301 ответ вместо 200, он не покажет вам никакой веб-страницы. Он будет искать заголовок местоположения, найдет этот URL-адрес, а затем автоматически без кавычек перенаправит вас туда же. Вот почему не имеет значения, что мы вводим в браузере. Гарвард может заставить свои серверы отправлять эти полусекретные сообщения нашим браузерам а затем он просто автоматически перейдет по второму URL-адресу. И вы также можете сделать это с именами хостов. Предположим, что Гарвард не хочет стандартизировать harvard.edu. Почему? Они просто хотят, чтобы это всегда был www. Может быть, это брендинг. Может быть, это техническая проблема. Мы видим точно такую же реакцию и здесь. Это первое, о чем я узнаю, когда посещаю http harvard.edu при отсутствии www. Гарвард минимально хочет, чтобы я использовал защищенное соединение. Если я тогда хорошо буду сотрудничать. Позвольте мне продолжить и очистить свой экран. Позвольте мне добавить букву S, но не www. Вы можете видеть здесь, что он снова ответил 301 здесь. И теперь местоположение добавляет www. Так что это просто способ перебрасывать пользователей из одного места в другое. И все это благодаря протоколу HTTP, сводящемуся к относительно простым сообщениям внутри конверта, которые сообщают компьютеру, в данном случае браузеру, как реагировать. Скорее всего, вы видели и другие, кроме 301 хотя вы, вероятно, никогда не видели этого фактического числа, если только вы раньше не занимались подобными вещами. Но, вероятно, есть число, которое видели все в этом зале, даже если вы никогда по-настоящему не задавались вопросом, почему это именно это число. Я думаю, вы улыбаетесь. О каком числе вы думаете? Да, значит 404. Почему 404? Ну, 404 означает, что по соглашению не найдено. А теперь, почему мир много лет назад решил показать нам нормальным людям в интернете 404, это что-то значительное непонятно. Это своего рода плохой дизайн. Какое мне дело, если код статуса 404? Но это достаточно распространенное явление в интернете, и, вероятно, все мы его видели. Но это просто означает, что на каком-то сервере при посещении неверный URL-адрес Возможно, он устарел, URL-адрес был изменен. Если вы видите 404, это просто означает, что виртуальный конверт, пришедший с сервера, возврат на ваш Mac, PC или телефон, содержит не 200 OK, не 301 перемещенный навсегда, а 404 не найденных. И это обычно сопровождается техническим сообщением, может быть милой картинкой кошки, которая как бы прячется, потому что это означает, что она не найдена или что-то в этом роде. Эстетика полностью зависит от сервера, но это то, что означает 404. И есть еще другие коды, некоторые из которых вы будете использовать. в в ближайшие недели, когда мы перейдем от программ командной строки на в Python к веб-программам. Мы уже видели несколько таких, и некоторые из них являются своего рода вариантами одного и того же, как эти 300 штук здесь. Но мы увидим и другие. Например, 403 запрещенных означает, что вы, вероятно, забыли войти в систему, или вам нужно войти в систему, или что-то в этом роде. Внутренняя ошибка сервера. Прямо сейчас знаете, что в ближайшие недели вы столкнетесь с 500 ошибками, и это всегда ваша вина. Это будет эквивалент ошибки сегментации в C. Ошибка 500 означает, что вы или я облажались при написании какого-то кода. Мы сейчас это увидим. Но для нас это просто возможность все исправить. Если сервер перегружен, вы часто видите 503, как будто что-то недоступно, потому что что-то слишком популярно или что еще хуже подвергается атаке. Это старая первоапрельская шутка. 418 на самом деле не используется на практике, но кто-то нашел время, чтобы написать полное официальное техническое предложение, чтобы серверы могли ответить, сказав, что я чайник. Так что это своего рода часть интернет-знаний есть и другие подобные коды статуса. Но это полезно, потому что в конце концов мы увидим в коде, что вы можете использовать это понимание HTTP, каким бы высоким оно ни было, для выполнения некоторых интересных и мощных вещей. Так, например, мы можем даже отправлять более причудливые URL-адреса на серверы. Оказывается, как мы скоро увидим, если вы отправите подобное сообщение, получите выполните поиск. Q равно CATS, а затем HTTP 1,1 или любая другая версия, и вы отправляете это сообщение на сервер Google www.google.com. Вот как вы можете указать не просто путь к нужной вам веб-странице, в данном случае поиск. Вопросительный знак, как выясняется, станет соглашением в интернете, в частности в интернете, для передачи пользовательского ввода на сервер. На самом деле вы, вероятно, никогда не обращали пристального внимания на URL-адреса, но на них очень часто есть вопросительные знаки. На них очень часто есть знаки равенства. И действительно, даже google.com поддерживает определенный ключ, Q в данном случае для запроса, и вы можете поместить после этого все, что захотите для поиска реальных кошек. Так что если я на самом деле вернусь к самому Chrome здесь на мгновение, позвольте мне снова открыть свой браузер Chrome здесь, ранее я использовал режим инкогнита для harvard.edu. Я закрыл это окно и открыл новое, чтобы мы могли начать все сначала, посетив Google. Обычно мы с вами привыкли заходить в google.com и поиск через форму. Или в наши дни вы просто вводите свой поисковый запрос в самом браузере, и он автоматически выводит вас на Google Bing или что-то еще. Но здесь я действительно могу быть педантичным. Позвольте мне продолжить и увеличить масштаб, и я вручную перейду к www.google.com. Search Q равно может быть кошки. Это было бы не очень удобно для пользователя, если бы всем нам пришлось вручную вводить что-то подобное безумию. Но именно на это вас перенаправляет форма, когда вы вводите более удобные для пользователя слова в текстовое поле. Если я нажму здесь ввод, мы получим действительно целую кучу результатов поиска о кошках. Если я увеличу масштаб и возможно изменю его с кошек на собак, это тоже изменится. И обратите внимание, что он предварительно заполняет текстовое поле, потому что Google написал свой код для того, чтобы сделать то же самое. Теперь по поводу видео, с которого мы начали сегодня из прошлого года, одного из лучших розыгрышей ели за эти годы, кто-нибудь когда-нибудь был в сафатишчул.org. и нашим друзьям из Ели, которые смотрят прямой эфир. Привет! Sofetischul.org Так что это довольно забавно, если вы действительно посещаете его, в зависимости от того, кто вы такой. Так что если я открою здесь новое окно, и я перейду к Sofetischul.org, увеличь масштаб, войди, боже мой. Посмотрите, куда это идет. Теперь, как это работает, это не CS50. Кто-то там, кого я не знаю, кто он такой, в течение 20 лет ежегодно платил за этот домен, sofatischul.org, только за эту шутку. Но если я сейчас вернусь к Versus коду здесь, в окне моего терминала, и немного более изощренно позволю мне сделать киорл. Я sofatischul.org браузер, конечно же, сразу же перенаправил меня на веб-сайт. Но что же происходит под капотом? Ну, 20 с лишним лет назад кто-то купил домен, Настроил сервер довольно просто, чтобы выплюнуть это. Safetischool.org в течение многих лет постоянно переезжал в www.yale.edu. Так что просто небольшая демонстрация того, что вы можете сделать, имея хоть немного понимания HTTP. Это уже было очень много. Мы заложили фундамент для понимания того, как работает интернет. Теперь мы собираемся использовать его с языком, называемым HTML, языком гипертекстовой разметки C, каскадными таблицами стилей и JavaScript. Правильным языком программирования. Но сначала нам кажется уместным сделать 10 минут Перерыв. У нас есть замечательные конфеты на Хэллоуин в трансепте, и мы вернемся к 10 часам с этими языками. Мы направляемся в Бостон. Проверяем стадион на предмет розыгрыша. Несколько лет назад я был на математической конференции и сидел за столом за ужином с несколькими другими математиками. И один из них отправился в Гарвард и начал рассказывать историю об этой удивительной шутке, которая была направлена против Гарварда. И в этот момент я почувствовал, что должен прервать его и сказал, ⁇ На самом деле я могу рассказать вам об этом гораздо больше ⁇ Хорошо. Идея была доведена до совершенства в комнате общежития. Нам пришла в голову идея фактически разыграть их с помощью знаков футбольного матча. Мы высказали несколько идей относительно того, что будут говорить знаки. В конце концов мы остановились на том, что мы отстой. И моя немедленная реакция была ⁇ Нет, это никогда не сработает. Однако решатель проблем во мне начал думать, может быть, мы сможем это сделать. ⁇ в чем проблема? Они должны были проникнуть на стадион Гарварда так, чтобы их не поймали, пронести 1800 плакатов, раздать их ничего не подозревающим фанатам Гарварда, а затем убедить этих фанатов разыграть самих себя. Это здорово. Мы подумали практически обо всех возможных вещах, которые могли пойти не так, и попытались найти решение для этого. А затем вы положили поверх этого два красных цвета. Они сделали фальшивые удостоверения личности из Гарварда и фальшивые предыстории, фальшивый дизайн плакатов и фальшивый отряд бодрости духа из 28 человек. 20 ноября 2004 года фальшивые студенты Гарварда контрабандой пронесли плакаты в игру. Что вы думаете о еле, сэр? Они отстой. Это же не будет означать что-то вроде «Ель, отстой, не так ли?» Здесь написано «Поступайте в Гарвард». Ну тогда неприятности. В каких домах вы, ребята? Это не настоящий дом. Хо-фо? Да, вы ребята не из Гарварда, не так ли? Могу я посмотреть ваше гарвардское удостоверение личности, потому что я действительно думаю, что вы ребята из Еля. Я только что показал ему лицевую сторону этого удостоверения, и вдруг он просто убежал, и ему стало так неловко. Избежав одной конфронтации, они не могли рисковать еще одной. Пришло время. Это просто похоже на полный бардак. Мы абсолютно понятия не имеем, сработает ли это. Посмотрите на них. У них есть бумага. Это произойдет. Это действительно произойдет. Я не могу в это поверить. То, что когда-то было розыгрышем, стало легендой. Мы сделали это. И сразу же мы начали слышать песнопение с другой стороны. Вы отстой. Вы отстой, вы отстой, вы отстой. И я думаю, что именно в этот момент мы поняли, что у нас все получилось. Еще раз. Давайте, Гарвард. Вот и снова это. Я действительно думаю, что не имело значения, что Гарвард победил из-за розыгрыша. Для многих студентов и выпускников Еле мы определенно выиграли в том году. Хорошо. Это CS50. Счастливого Хэллоуина! Спасибо вам всем. Хорошо, спасибо вам. О, вот. О, хорошо. Немного конфет на Хэллоуин. Хорошо. Спасибо вам всем. Я так рад, что сегодня надел то же самое. Так что через минутку спасибо вам. Хорошо. Итак, через минутку мы перейдем к более глубокому пониманию того, что мы можем сделать с этой базовой инфраструктурой. Итак, опять же, HTTP, ниже него TCP, IP, это просто передача данных из точки А в точку В каким-то стандартизированным способом. Но теперь давайте поговорим о HTML. Это язык, на котором написаны сами веб-страницы. Язык разметки гипертекста. Возможно, некоторые из вас уже использовали его раньше для создания личных домашних страниц. Некоторые из вас, возможно, пробовали себя в этом, даже если использовали какой-нибудь веб-сайт для создания собственного. Домашней Но понимание этого языка, безусловно, полезно для создания эстетики веб-страницы, передачи данных, представляющих интерес. Но в конце концов, IT-язык, который мы рассмотрим далее, C, не являются языками программирования. Там не будет ни функций, ни циклов, ни логики программирования. Но мы закончим сегодняшний день тизером правильного языка программирования под названием JavaScript, с помощью которого вы сможете манипулировать всеми этими различными другими языками. Так что в конечном счете HTML имеет две функции. И это язык, на который мы тратим очень мало времени, потому что на самом деле он сводится всего к паре основных идей. А затем к словарному запасу, который вы со временем приобретете, просто погуглив, просмотрев ссылки, просмотрев исходный код других страниц. Но теги и атрибуты это то, что характеризует... HTML. Итак, что я имею в виду под этим? Вот, например, HTML-код, с помощью которого вы можете создать, вероятно, самую простую из всех веб-страниц ту, на которой в окне браузера довольно просто написано. Например, заголовок «Привет» и текст «Привет». Итак, что же это на самом деле значит? Если вы представите, что открываете этот код в браузере, будь то на Mac, ПК или телефоне, вы увидите, как правило, какое-то прямоугольное окно. И обычно там есть вкладка с названием этой страницы. А затем большая часть прямоугольной области – это сама веб-страница. То, на что вы смотрите, это код, который поместит заголовок «Привет» в строку заголовка на вкладке в самом верху. И внизу, в теле приветствия, будет все, что находится в большом Черно-белом поле, которое составляет остальную часть самого окна браузера. Итак, каковы здесь основные характеристики, которые мы теперь начнем воспринимать как должное? Ну, во-первых, упс, во-первых, давайте продолжим: дайте мне минутку и действительно сделаем что-нибудь с этим кодом. Так что я собираюсь сделать это. Вернувшись сюда в Versus Code, я собираюсь сначала создать файл, который называется скажем hello.html. И на этой вкладке я собираюсь пойти дальше и действительно повторить точно такой же код. Так вот, сначала у меня была эта строка, док HTML. Затем у меня была эта строка. HTML land равен quote unquote and close quote. Затем у меня была внутри этой главы, затем у меня была внутри этого заголовка, затем внутри этого у меня был заголовок hello. И я делаю это быстро, потому что через мгновение мы поймем, что все это на самом деле означает. А затем здесь, под этой так называемой головой, у меня был только текст «Привет». Так что на данный момент, как я утверждаю, это вся веб-страница целиком. Но в настоящее время она находится в моем кодовом пространстве, так сказать, в файле, называемом Hello. HTML. Это нормально, если я хочу его создать. Но как мне, как вам, как кто-нибудь в интернете на самом деле его просматривает? Ну, чтобы обслуживать веб-страницу, вам действительно нужен веб-сервер. И оказывается, что Code Spaces поставляется с одним из этих предустановленных, потому что мы, сотрудники CS50, сделали это за вас. И что вы можете сделать в окне терминала после того, как у вас есть готовый HTML-файл, который вы хотите показать миру. Вы можете буквально запустить в окне терминала HTTP-сервер. Единая команда. И что это сделает для вас? Так это запустит веб-сервер. То есть программу, цель которой в жизни просто обслуживать веб-страницы. И даже несмотря на то, что, вероятно, до сих пор в течение многих лет вы, вероятно, если вы похожи на меня, приравнивали сервер, цитируемый без кавычек, к физическому устройству. Сервер это действительно часть программного обеспечения. Он просто имеет тенденцию работать на больших навороченных устройствах. Поэтому, когда мы говорим сервер, мы часто все думаем о больших дорогих устройствах, возможно. Но сервер — это всего лишь программа, цель которой в жизни — отвечать на запросы ответами. И это тамошнее наречие. Теперь, как только вы запустите HTTP-сервер, и я собираюсь немного поколдовать, потому что я настроил это перед занятием, просто чтобы убедиться, что все идет гладко. Вы увидите такой вывод, при котором ваш сервер теперь доступен по очень длинному URL. У меня здесь очень длинный URL-адрес, который будет отличаться от вашего. Но это уникальный идентификатор, который ваше кодовое пространство временно сгенерировало, чтобы теперь вы могли получить доступ. И в идеале только вы можете получить доступ к этому файлу с помощью вашего браузера. Теперь, если я переверну URL-адрес или вы сделаете его общедоступным, щелкнув правой кнопкой мыши или выбрав нужные функции versus code, вы сможете разрешить любому человеку в мире посетить его. Но мы не собираемся в конечном счете размещать наши веб-сайты в вашем кодовом пространстве, потому что как только вы выйдете из системы на ночь, эта штука выключится. Веб-сайт выйдет из строя. Но в конце семестра, особенно для финальных проектов, мы покажем вам способы, которыми вы можете разместить свой собственный веб-сайт. Свой собственный код в реальном интернете 24 дробь 7 365 дней в году, даже с вашим собственным доменным именем. Если вы хотите приобрести его так, чтобы он жил независимо от вашего собственного графика сна и использования, воспользуйтесь кодом Versus здесь. Так что я пойду дальше и зайду по этому URL-адресу на другой вкладке моего браузера. И вот что я увижу. Это вывод той программы, которая называется HTTP-сервер. И по сути она использует TCP и IP в сочетании с HTTP, чтобы просто запустить ваш собственный веб-сервер на собственных серверах GitHub. И это из-за разных портов. Опять же мы не будем слишком вдаваться в подробности TCP, IP и всего остального. Но помните, что разные номера портов могут позволить вам отличить одну услугу от другой. Так вот одна из услуг, это конечно же ваше кодовое пространство по сравнению с кодом в облаке, которым мы пользуемся уже несколько недель. Но если вы хотите использовать тот же физический сервер, которым управляет GitHub, но на самом деле посещаете свой собственный веб-сервер, который я только что запустил в окне терминала на другой вкладке, это нормально. Они просто будут использовать разные TCP порты. И нам с вами не нужно заботиться о том, какие они, главное, чтобы это была функция поддерживаемая tcp так что то что вы здесь видите несколько загадочно это не то что большинство людей в интернете когда-либо должны видеть я делаю это просто в целях развития но это индекс это каталог содержимое папки моего кодового пространства и поскольку я уже удалил все что было за предыдущие недели все что мы видим прямо сейчас это hello html которую я только что создал так что если я нажму на hello html в этом списке папок вы будете немного не в восторге и я увеличу масштаб чтобы там было что-то более интересное. Но теперь вы видите тело запятой. Но что возможно интересно, так это то, что после этого длинного, очень загадочного и неинтересного URL адреса, обратите внимание в самом конце. И я увеличу изображение на мгновение, что вы видите. Hello, HTML. Это следует соглашению, которое я утверждал перед перерывом. Это то, как браузер позволит вам получить доступ к определенному файлу на сервере, сделав косую черту, а затем имя имени файла. Все, что было до этого, очень загадочно. Было бы лучше, если бы я купил доменное имя, которое немного легче запомнить, и установил его в другой раз. Но сейчас давайте просто сосредоточимся только на именах файлов, которые я на самом деле создаю. Хорошо. Итак, код запущен и работает, как бы это ни было неприятно с телом в середине страницы. И позвольте мне увеличить изображение и здесь. Здравствуйте, заголовок с запятой действительно на вкладке, как и было обещано. Так что же на самом деле происходит с подобным кодом, который мы только что создали? Что же, давайте вернемся к слайдовой версии того же и позвольте мне просто выделить несколько из этих строк. Самая первая строка это то, что называется объявлением типа вашего документа. На самом деле не имеет значения запоминать это по формулировкам. И это просто то, что вы копируете, вставляете или делаете по памяти в верхней части любого HTML файла, который вы создаете при создании собственной веб-страницы. Это не явный индикатор для браузера, что вы используете самую последнюю версию HTML, то есть версию 5. Вы не упоминаете цифру 5. Просто браузеры в настоящее время запрограммированы. Посмотрите на это, чтобы знать, что вы используете самую последнюю версию языка. Языки, как и человек человеческие языки развиваются с течением времени. Мы перешли на пятую версию HTML, но новые функции добавляются каждые несколько лет. Так что действительно, эта лекция, этот класс тоже развивались с течением времени. Так что давайте теперь сосредоточимся на следующей строке, а также на итоговой. И вы заметите здесь некоторую нарочитую симметрию. Это то, что мы будем называть биркой. И технически это отличается от этого. Это объявление типа документа. Там есть странный восклицательный знак. Это единственная аномалия. Все остальное следует определенной схеме. Это тег в HTML и это HTML тег. Тег, как правило, одновременно запускается и останавливается, или открывается и закрывается в какой-то момент. Так что это так называемый начальный тег или открытый тег. И это просто означает, по сути, для браузера: «Эй, браузер, вот немного HTML языка, на котором написаны веб-страницы. Вот это здесь с косой чертой после угловой скобки означает: «Эй, браузер». Это все для HTML этой страницы. Так вот, что я подразумеваю под симметрией. Я начал мысль здесь, закончил ее здесь. Что находится между этими двумя мыслями? Хорошо, вот браузер. Или скорее, позвольте мне прояснить одну вещь. Эта вещь здесь, это другое ключевое слово атрибут. Атрибут это то, что изменяет поведение тега. Так что это похоже на аргумент в C или в Python как параметр функции. Это не функции, но это одна и та же идея вместо этого просто изменяет поведение чего-то по умолчанию. Лэнг равен n. Вы, наверное, можете догадаться, это просто означает, что и браузер. Предположим, что все дальнейшее на английском языке. И это может быть полезно для Google Translate или просто для поисковой оптимизации, чтобы только сервер, браузер знал, на каком человеческом языке у вас есть фактический контент. Например, заголовок «Привет», текст «Привет». Хотя хороший компьютер, вероятно, часто может сделать вывод из контекста. Хорошо, значит, это атрибут. Это тег. И все это здесь, все, что находится между начальным тегом и конечным тегом, мы бы также назвали HTML-элементом. Это просто означает все, что связано с этим тегом открытия и закрытия. Хорошо. Теперь обратите внимание, что отступы внутри, так сказать, тега открытия и закрытия HTML это еще одна пара тегов, тег head и тег body. Или элемент head вместе и элемент body вместе. И у меня та же идея. Эй, браузер, вот и заголовок моей страницы. Эй, браузер, это все для заголовка. Эй, браузер, вот и текст моей страницы. Эй, браузер, это все для текста. Заголовок это по сути крошечная полоска в самом верху, включая саму вкладку. Тело, как и 95% всего остального, представляет собой большую прямоугольную область. Что находится внутри вашего заголовка? В заголовке вашей веб-страницы. На данный момент только заголовок. Это означает, эй, браузер, вот и мой заголовок. Эй, браузер, это все, что нужно для названия. Название, конечно же, буквально цитата без кавычек «Привет», заголовок через запятую. Между тем, если мы вернемся назад, вот второй элемент внутри HTML-тега. Здесь написано Эй, браузер, вот и тело. Эй, браузер, это все для тела. И эй, браузер, это содержимое, это содержимое самого тела. Отступ, это стилистическая вещь. Я сделал это просто для того, чтобы быть аккуратным и аккуратным, потому что это наводит на мысль о том, что находится внутри чего. Но это также наводит на мысль о своего рода иерархии. И на самом деле мы будем использовать терминологию из мира генеалогических древ. Если это, так сказать, родитель, то голова и тело будут дочерними элементами HTML тега. Между тем заголовок является дочерним элементом тега head. Или что то же самое, заголовок является внуком HTML. Так что вы можете использовать тот же тип просторечия, что и в человеческом мире, когда речь заходит о семейных отношениях. И это просто намекает, опять же, на ту же самую иерархию. Итак, у нас есть теги, и они включают HTML заголовок, заголовок тела. И на этом пока все. У нас есть атрибуты. Мы видели один из них лэнг. Но мы увидим много других примеров той же идеи. Но эти строительные блоки точно такие же. Как правило, вы начинаете мысль, заканчиваете ее и можете сделать что-то среднее. Вопросы по этой базовой структуре любой веб-страницы. Какие-нибудь вопросы вообще есть? Нет, хорошо. Так что давайте теперь позволим событиям развиваться немного интереснее и сделаем что-нибудь с этими строительными блоками. Но чтобы у вас была ментальная модель всего, что происходит здесь и далее, подумайте о том, что этот же HTML связан по духу с пятой недели, когда мы говорили о структурах данных. Если бы я действительно захотел я мог бы принять близко к сердцу эту идею детей, родителей, бабушек и дедушек и действительно изобразить эту вещь графически. И на самом деле это дерево здесь, если хотите, и это не двоичное дерево, это не двоичное дерево поиска, это просто дерево. Используя терминологию пятой недели, если этот специальный узел здесь представляет весь документ, то корневой элемент, как я его назвал, это HTML. У HTML есть два дочерних элемента, голова и тело. У тега head в свою очередь есть дочерний элемент заголовка и в свою очередь некоторый текст, Точно так же, как у тела есть некоторый текст. Именно это и делает ваш браузер. Мы с вами, программисты, пишем эти вещи. Браузер читает этот код сверху вниз. Слева направо всякий раз, когда вы посещаете веб-сайт. И внутри памяти компьютера Chrome, Edge, Firefox, Safari, еще много чего. Они строят эту структуру данных в памяти компьютера, чтобы знать, что именно вы им сказали делать. И мы увидим, что со временем в конце сегодняшнего дня вы сможете писать код на реальном языке программирования JavaScript, чтобы, возможно, динамически добавлять или удалять элементы из этого дерева. И именно так работают такие вещи, как Gmail. Когда вы открываете свой почтовый ящик, если вы пользователь Gmail, если вы просто останетесь там достаточно долго, вы, вероятно, будете получать все больше и больше писем и что же происходит вам не нужно перезагружать страницу или перестраивать дерево как таковое оно просто внезапно появляется вверху 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 там происходит то что google написал некоторый код который просто продолжает добавлять новые узлы в это дерево каждый раз когда они понимают что у вас есть новое сообщение снова и снова так вот каковы отношения сейчас даже с этим миром html со всеми программными идеями, которые мы рассматривали в прошлом. Хорошо. Так что давайте продолжим и сделаем с этим что-то немного более интересное, чем просто сам Hello. Я собираюсь пойти дальше и скрыть окно своего терминала, потому что сервер сейчас запущен, и все, что я хочу сейчас сделать, это поэкспериментировать с Hello и другими примерами. Позвольте мне продолжить. И на самом деле, прежде чем я это сделаю, позвольте мне продолжить и запустить код Paragraphs. HTML просто для того, чтобы я мог хранить свой код отдельно. А теперь я снова скрою окно терминала. Paragraphs. HTML. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова я собираюсь сделать почти то же самое. Позвольте мне продолжить и начать с чего-нибудь знакомого. И в конце концов я начну копировать и вставлять, просто чтобы сэкономить время. Так что HTML код док всегда под рукой. Откройте HTML тег. А теперь обратите внимание, что я не набрал остальную часть текста. Точно так же как в C, точно так же как в Python, мы стараемся сэкономить вам несколько нажатий клавиш, закрывая скобки и добавляя кавычки. Поддержка HTML в versus коде тоже довольно хороша, и она пытается закончить вашу мысль, когда дело доходит до тегов. Она может все испортить, если сделает то, чего вы не хотите поэтому иногда вам приходится удалять ее. Но это всего лишь автозаполнение, как мы уже видели. Давайте продолжим и позволим мне добавить ленг равняется n, как это будет во всех моих сегодняшних примерах. Давайте добавим тег head. Давайте пойдем и предварительно добавим бирку на тело. А теперь давайте продолжим и дадим этому тег заголовка, в котором есть. Я просто назову это абзацами, чтобы запомнить, какой пример к чему относится. Теперь обратите внимание на все эти пробелы и все эти аккуратные и аккуратные отступы, о которых браузер в конечном счете не будет заботиться. Это просто для нас, людей, чтобы сохранить рассудок, когда мы смотрим на код. Его просто легче читать. Но, строго говоря, я мог бы минимально удалить все это пустое пространство и просто переместить весь этот тег на ту же строку. И то, и другое, я думаю, подойдет. Я просто буду следовать определенным условностям. Но это тоже имело бы точно такой же смысл. Но мы посмотрим, где эта деталь о пробелах потенциально может привести нас к неприятностям позже. В моем теге абзаце давайте сделаем это. Заранее я написал текст на латинице, Действительно длинный абзац текста на латинице, вот так. На самом деле это случайная бессмыслица. Это не настоящая латынь, хотя пара слов может показаться знакомой. И вот здесь у нас есть три абзаца текста. И я намеренно нажал вот между ними, чтобы как и в эссе, в документах Google или Microsoft Word, надеюсь я увижу три отдельных абзаца. Позвольте мне теперь сменить вкладки, и я закрою Hello. HTML из прошлого. Я собираюсь вернуться к своей другой вкладке здесь. Я собираюсь нажать назад, чтобы вернуться к тому индексу всех моих файлов, с которого я начал ранее. И теперь вы увидите, что у меня есть два файла, потому что я, очевидно, только что создал второй файл под названием paragraphs.html. Итак, давайте нажмем на это, чтобы увидеть наши три абзаца текста на латинице. И вуаля, я уменьшу масштаб. Хорошо. Первая ошибка, если позволите. Это просто похоже на один огромный сгусток текста, а не на три сгустка текста. И почему это может быть? Позаимствую подсказку, которую я предложил мгновение назад. Почему мы не видим прорыва? Да, так что нам здесь нужны какие-то разрывы строк. Потому что браузер, оказывается, воспринимает нас буквально. И если вы просто дадите ему текст, 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 он просто покажет вам текст. И в любой момент, когда будет больше одного пробела, будь то 220 или 200, он просто предположит, что вы сделали это просто для того, чтобы быть аккуратным и аккуратным. И визуально свернет их в одно пространство, вот так. Итак, на самом деле есть пара решений. Одно из них вот это. Я мог бы добавить несколько явных разрывов строк. И оказывается, что есть такой тег VR. И просто для наглядности позвольте мне сделать два из них. Поэтому нажав Enter, ведите на моей клавиатуре. Я сделаю это и здесь. BR для перерыва, перерыв. А теперь позвольте мне вернуться на другую вкладку. Пока ничего не изменилось. Но это потому, что мне нужно перезагрузиться. Я изменил его на сервере. Но теперь мне нужно изменить его в браузере, перезагрузив. И теперь он выглядит немного лучше, хотя и бессмысленно. Но вы заметите любопытство. Судя по этому тегу BR он немного плохо спроектирован. Немного по-хакерски просто сказать вот вот и заставить браузер сделать это. Разрывы разрывы строк на самом деле не требуют закрывающих тегов или конечных тегов. Так что не все теги нужно закрывать, по крайней мере те закрывать, которые просто не имеют семантического смысла. Похоже, разрыв есть или его нет. Вы не можете себе представить, как начинаете переходить к следующей строке, а затем в конце концов добираетесь до конца. Она либо есть, либо ее нет. Поэтому в некоторых тегах нет закрывающих тегов по мере необходимости. Но здесь, осмелюсь предположить, есть более элегантный способ, а не просто халтурно вставлять эти разрывы строк. Позвольте мне сделать это вместо этого. Я удалю их. И позвольте мне продолжить и как следует из названия этого файла, позвольте мне добавить так абзаца. Теперь здесь мне нужно бороться с автозаполнением versus code, потому что я не хочу заканчивать мысль на этом. Позвольте мне продолжить и открыть тег абзаца и закрыть тег абзаца. И просто чтобы навести порядок, я тоже сделаю отступ. Хотя сам отступ не имеет значения. Позвольте мне создать еще один тег для открытия этого абзаца. И я закрою этот здесь. А теперь позвольте мне посмотреть. Иногда у меня возникают проблемы с автозаполнением. Но это нормально, потому что сначала я сделал это неправильно. А теперь позвольте мне продолжить и закончить эту мысль. Закрыв этот тег абзаца здесь, и я вручную исправил все свои отступы. Так что теперь в строке 10 у меня есть эквивалент A-браузер, начните абзац. А затем он выводит текст, похожий на латиницу. Затем в строке 12 A-браузер это все для этого абзаца. И повторяйте, повторяйте: если я сейчас вернусь на другую вкладку и перезагрузлюсь снова, не должно быть ничего особенного. Но семантически это немного лучше. Почему? Ведь вы говорите перерыв. Перерыв на самом деле ничего не значит. Но произнося абзац, абзац, абзац теперь там есть еще немного семантической информации. Теперь, если Google анализирует вашу страницу или если программист пытается понять, что вы делали в прошлом при написании этого кода, вы просто семантически знаете, о, это абзац. Это абзац, это абзац, прямо как в книге или эссе. Так будет немного яснее, если больше сосредоточиться на том, что это такое, а не на том, как вы хотите это отобразить. Тогда есть вопросы по этим абзацам. Хорошо. Итак, еще несколько тегов. И действительно, эти первые несколько примеров действительно будут просто бах, бах, бах. Просто куча разных словарных слов в виде этих новых тегов. Но мы не будем просматривать весь список тегов прачечной. Это действительно та вещь, для которой веб-ссылки, книги и тому подобное в конечном счете полезны точно так же, как словарь в реальном мире. Так что я собираюсь пойти дальше и сделать это. Позвольте мне скопировать это. Позвольте мне создать новый файл под названием Headings. HTML просто для того, чтобы у нас было новое досье на это. Чтобы сэкономить время, я просто вставлю точно такой же код, просто чтобы начать. Я собираюсь собираюсь изменить название для наглядности кода в интернете на заголовке. А теперь точно так же, как в книге, эссе или диссертации, Позвольте мне поместить здесь несколько реальных заголовков. Теперь, если бы мой первый заголовок был похож на первую главу, я мог бы сделать что-то подобное здесь. У меня мог бы быть абзац, который я только что выучил, и я мог бы сказать здесь что-то вроде первой главы. Но на самом деле это не абзац. И поэтому это своего рода лучший дизайн, чтобы рассказать браузеру и действительно рассказать миру, что это такое. Так что, оказывается, есть еще один тег, который я могу использовать, например, h1 для заголовка и самого важного заголовка. И здесь я просто постараюсь упростить его и скажу что-то вроде этого. И на самом деле это так коротко. Вот хороший кандидат для того, чтобы просто держать все это в одном русле. Но это не имеет никакой функциональной разницы, просто сделает изображение на экране немного более лаконичным. А теперь позвольте мне продолжить. И у меня могло бы быть несколько заголовков, так что h12. А здесь внизу у меня мог бы быть еще один H13. И если я вернусь на другую вкладку, я перезагружу его. Теперь мы должны увидеть точно так же, как книга или эссе. Теперь у нас есть немного правильного. Теперь у нас есть немного. Ой, я должен перейти к нужному файлу. Извините. Если я вернусь к индексу, теперь мы увидим новый третий файл, который называется headings. HTML. И теперь мы действительно видим несколько довольно симпатичных, хотя и простых заголовков. Теперь, если это не три главы, одна, две, три, но может быть это глава. Затем раздел, затем подраздел, такой, что просто визуально вы хотите, чтобы вещи становились все меньше и меньше, что же, они тоже существуют. И в самом деле вы можете сделать это с H1 по H6. H1, как это не парадоксально, является самым большим и смелым. H6 самый маленький, но все равно смелый. Так что возможно имеет смысл сделать этот раздел 2 открытым и закрытым. И возможно, этот раздел 3 открытым и закрытым, если опять же это раздел или подраздел внутри этой главы. Если я сейчас перезарядюсь, заметка просто станет немного меньше. Так что это больше похоже на то, что вы увидите на печатной странице. Но сейчас это всего лишь еще три тега которые я мог бы использовать в своем собственном коде. Хорошо, а как насчет списков вещей? У меня здесь три абзаца, но давайте сделаем это. Позвольте мне вернуться к Versus Code. Я собираюсь скопировать этот код, чтобы у меня была отправная точка. Я собираюсь создать новый файл, который называется, скажем, лист. HTML. Здесь я собираюсь скопировать вставку. Я собираюсь изменить свое название на список просто для ясности. И здесь я собираюсь пойти дальше и избавиться от всего этого текста, потому что давайте отойдем от этих массивных абзацев и пока сделаем его проще. Если я захочу получить список вещей, например, если вы их еще не видели, ученый-компьютерщик, когда они выуживают какие-то произвольные бессмысленные слова. Они часто используют фуба и бас, так же, как они идут, точно так же, как математик мог бы использовать x, y, z для переменных. Итак, фу, бар и бас находятся на трех отдельных линиях. И, возможно, это мой список дел или список покупок. Но вы, наверное, можете себе представить, что если я вернусь на другую вкладку, вернусь к индексу, то теперь я увижу свой новый файл-лист. HTML. Но это, наверное, будет выглядеть неправильно. Я думаю, что просто скажу «да», «фу, бар», «бас на одном дыхании», если хотите, а не на новых строках. И вы можете попытаться бороться с этим. Вы можете сказать, что действительно хотите поставить несколько разрывов строк. Вернитесь назад и перезагрузите компьютер. Это все равно ничего не изменит. Как я хочу это исправить? Ну, я могу сделать это несколькими способами. Я могу сделать их абзацами, но на самом деле это не абзацы. Это список. Поэтому вместо этого я буду использовать другой тег. Я собираюсь создать, например, неупорядоченный список, используя тег ul. Открывайте и закрывайте. Внутри него я собираюсь использовать тег элемента списка ли и скажу фу. Внутри другого тега я скажу ба. Внутри третьего тега открывай и закрывай, я скажу бас. Так что это становится немного многословным, но все равно относительно лаконичным. Ли это все, что вам нужно вести для элемента списка. UL это все, что вам нужно вести для неупорядоченного списка. Так что здесь принят некоторый сокращенный синтаксис. Если я сейчас перезагрузюсь, вы увидите так называемый неупорядоченный список, который выглядит как не отсортирован, что означает, по соглашению, показывать его в виде маркеров. Хотя визуально он может отображаться и по-разному. Если вы действительно передумаете и поймете, я бы действительно хотел пронумеровать это. Ну вы, очевидно, могли бы просто добавить 1, 2 и 3. Но это будет раздражать, особенно если список будет расти. Вы хотите что-то изменить? Вставьте что-нибудь посередине. Тогда вам придется изменить порядок. Я имею в виду, что мы здесь используем компьютеры. Они могут сделать это за нас. Значит, мы можем изменить UL на любые предположения. OL может быть для упорядоченного списка, здесь все наоборот. Так что давайте попробуем изменить это на OL. Позвольте мне вернуться в мой браузер. И я просто нажимаю Command-R или Ctrl-R, чтобы перезагрузить страницу вместо того, чтобы каждый раз нажимать на кнопку. Теперь я автоматически получаю 1, 2, и 3. И вы даже можете переопределить эстетику, используя вместо этого другие цифры или символы. Но это, возможно, было бы наиболее распространенным и там. Хорошо. Быстро набирается много тегов. Но есть ли какие-нибудь вопросы по спискам абзацам, заголовкам и тому подобному? Нет. Все в порядке. Так что позвольте мне продолжить и предложить это здесь. Давайте продолжим и создадим то, что мы назовем столом. Так что позвольте мне скопировать и вставить это в новый файл. Код table HTML и в table HTML. Позвольте мне еще раз переименовать название в таблицу. Позвольте мне избавиться от этого упорядоченного списка, который был раньше. И Позвольте мне теперь использовать тег таблицы для открытия и закрытия. Этот немного странный, но внутри стола у вас, как правило, есть глава стола. Поэтому я скажу, скажем, в первом ряду. Мы будем действовать просто. Строка таблицы или тер. Внутри строки таблицы в идеале у вас должны быть столбцы, но это не номенклатура. Вместо этого у вас есть данные. Так что ищите табличные данные. И позвольте мне пойти дальше и просто сделать так, чтобы первая исходная величина была единицей. Я просто собираюсь произвольно сделать раз, два, три, просто чтобы нам было с чем поиграть. И знаете что? Просто ради демонстрации я намеренно скопирую это дважды и просто вручную изменю цифры, чтобы мы могли видеть, что я создаю. 7, 8, 9. И тогда, может быть, просто для наглядности, если вы видите, к чему это ведет, позвольте мне скопировать это еще раз и поставить себе последнюю строку со звездочкой. Но ли знаком фунта, если, может быть, вы видите, к чему это ведет, позвольте мне вернуться к моей другой вкладке. Позвольте мне вернуться к индексу. Вот мой новый файл table. HTML. Я нажму на эту кнопку. И хотя это не очень красиво, я увеличу масштаб. Это действительно таблица данных. Так получилось, что я имитирую телефонную клавиатуру. Но вы можете себе представить, что это гораздо более сочные, Гораздо более интересные научные или финансовые данные, или тому подобное. Разложенные в эти строки таблицы и эти столбцы, также известные как табличные данные. Так что у нас есть такая возможность и для структурированных данных. Сейчас, конечно, в интернете много изображений. И на самом деле все это просто текст. Как мы можем представить изображение? Что же, позвольте мне продолжить и сделать это. Позвольте мне сначала как бы полутайно скопировать файл изображения, который я принес ранее, просто чтобы нам было с чем поиграть. И у меня сейчас в моем аккаунте есть изображение, называемое Harvard. JPEG. И я загрузил это полутайно на секунду назад в свой аккаунт, чтобы я мог ссылаться на второй файл. Позвольте мне скопировать этот HTML-код просто чтобы сэкономить несколько нажатий клавиш. Позвольте мне продолжить и выполнить код имидж. HTML. А позвольте мне вставить этот код и скрыть окно моего терминала. Я собираюсь избавиться от всей этой таблицы как просто неинтересной прямо сейчас. Мы собираемся сделать это еще проще, изменив мое название на изображение, чтобы разделить все эти демонстрации. И теперь, если я захочу сделать веб-страницу, на которой при посещении будет показана фотография Гарварда, там будет тег изображения, сокращенный имк я могу указать источник этого изображения. И если мой файл в данном случае JPEG находится буквально в той же папке, я могу просто сказать цитаты без кавычек. Harvard. JPEG. Если это в папке, я должен упомянуть название папки и косую черту или что-то в этом роде. Если изображение находится где-то в интернете с URL-адресом, у меня также может быть полный URL-адрес, хтпс, а затем URL-адрес изображения. Но я загрузил его заранее. Теперь это просто будет визуально отображаться на экране. Но не все, конечно, могут видеть изображение. Читателям с экрана может потребоваться небольшая помощь. И даже поисковые системы могут захотеть проанализировать страницу и узнать, что это за изображение. Сейчас машинное обучение и искусственный интеллект, возможно, становятся лучше, если честно, вы того, что это такое, просто анализируя изображение. Но они безусловно несовершенны. Я человек. Я довольно хорошо знаю, например, что я сфотографировал. Так что, возможно, мне следует действовать проактивно, что было бы полезно для доступности. Это использовать этот тег для альтернативного текста. А затем буквально скажите Гарвардский университет, чтобы кто-то, кто не может видеть, или чтобы сервер действительно мог с большей вероятностью увидеть, на что он смотрит. И я мог бы быть еще более подробным, чем просто фраза. Я мог бы описать и изображение. Хорошо. Позвольте мне вернуться к моему указателю на второй вкладке. Позвольте мне вернуться назад и уменьшить масштаб. Вот мой новый файл, а вот и мой новый JPEG, Который я быстро загрузил ранее. Теперь я могу нажать на имидж HTML. Хотя это немного ошеломляет, это действительно большой имидж Гарварда. Сейчас, по-видимому, он слишком велик, чтобы поместиться на экране. Так что это не самый лучший пользовательский опыт для прокрутки вверх. Окей, вот изображение. Ужасный ужасный дизайн, если хотите, по крайней мере, с точки зрения моего кода. Но будут способы, которыми я смогу обуздать это и повлиять также на высоту или ширину. Но сейчас это просто намеренно немного подавляюще. Теперь мы можем сделать что-то более веселое и актуальное сегодня, а именно использовать вместо этого видео. Поэтому позвольте мне продолжить и очень быстро захватить сегодня еще один файл, который я принес заранее, и вы, возможно, уже видели вкратце ранее, это MP4 настоящий видеофайл. И что я собираюсь сделать здесь снова раскрыв код versus, так это то, что я собираюсь закодировать файл под названием видео. HTML. Здесь еще одна демонстрация. Я собираюсь изменить название на видео, просто чтобы прояснить эти вещи. И вместо тега изображения вы можете представить, что теперь действительно используете тег видео. И это относительно новый тег, который пользуется все большей поддержкой среди браузеров. Так что сейчас им хорошо пользоваться. И внутри него синтаксис немного другой. Вы указываете, странно раздражающе непосредственно Следовательно а не RC для исходного кода. Вы буквально говорите источник. А затем в источнике вы используете атрибут источник. Ужасный семантический дизайн, но это то, с чем мы застряли. Видео называется Хэллоуин, MP4. Мы заранее загрузили видео, сделанное некоторыми цифровыми художниками Гарварда. И тип этого видео, чтобы браузер точно знал. Видео MP4. Это так называемый тип контента, который вы просто знаете или смотрите, чтобы понять это. И просто для того, чтобы это было как можно более анимированным, я собираюсь собираюсь указать тегу видео несколько атрибутов для автозапуска. И оказывается, что атрибуты часто имеют пары ключ-значения, в которых это ключ, Имя атрибута равно кавычкам без кавычек некоторого значения. Точно так же, как lng равно кавычкам без кавычек n для английского языка. Но не все атрибуты нуждаются в ценностях. На самом деле, если вы прочтете документацию к тегу видео HTML, там есть атрибут автозапуска, где вы можете буквально просто произнести ключ, и ему не нужно никакого значения. Это просто будет означать автозапуск. И если вы не хотите автозапуск, вы просто опустите его вообще. Так что вам не обязательно нужно включать или выключать значение. Я хочу, чтобы эта штука зацикливалась просто так, чтобы она продолжала работать. Я хочу, чтобы она была приглушена, чтобы мы не слышали ничего никаких звуков. На самом деле звука нет, но современные браузеры по соображениям защиты от спама и рекламы часто не воспроизводят видео, если в нем есть звук. Потому что это просто неприятно, если вы заходите на страницу, и внезапно ваши динамики начинают реветь. Так что, прочитав об этом, я знаю, что мне следует отключить звук, если я хочу, чтобы он действительно воспроизводился автоматически по-настоящему. А затем я пока установлю ширину вручную примерно на 128 пикселей в поперечнике, просто методом проб и ошибок ранее. И этот атрибут ширины действительно имеет значение. Я немного нервничаю, располагая все свои и атрибуты в алфавитном порядке. В этом нет никакой необходимости. Я делаю это просто для того, чтобы быстрее просмотреть информацию и узнать, есть там что-то или нет. Так что для меня это просто вопрос стиля. Позвольте мне вернуться на другую вкладку. Вернитесь к моему индексу. И вы снова увидите два новых файла. Файл mp4 и видео. html. Я нажму на последнее. И если я сделал это хорошо, то здесь у нас есть благодарность нашим друзьям в Гарварде, нашим друзьям художникам в Гарварде очень похоже, что Оу помогло бы с драмой здесь. Но у нас здесь тоже очень драматичный, приятный вид в стиле Хэллоуина. Так что у нас также есть встроенное видео. И достаточно сказать, что есть способы встраивать видео с YouTube, Vimeo или других сервисов, используя еще больше тегов. Но интернет это конечно все о гиперссылках, языке разметки гипертекста, где вы нажимаете на что-то и оказываетесь в другом месте. И именно так сеть так сильно взаимосвязана. Так как же нам начать создавать ссылки с одного веб-сайта или веб-страницы на другой? Либо это сделал я, либо кто-то другой. Что же, позвольте мне продолжить и снова открыть окно моего терминала. И давайте создадим файл под названием link. HTML, просто чтобы продемонстрировать то, что мы с вами знаем, как связующее звено. Сейчас я спрячу окно своего терминала. Позвольте мне скопировать и вставить, просто чтобы сэкономить несколько нажатий клавиш. И позвольте мне избавиться от тега «видео», чтобы мы могли сосредоточиться на ссылках. Предположим, что я хочу, чтобы вы посетили Гарвард виртуально. Ну, я мог бы сказать что-то вроде «Посетите Гарвард» и точка. Это неинтересно, потому что это будет просто текст. Я, вероятно, хочу, чтобы вы действительно посетили harvard.edu вместо этого более конкретно. И я буду писать это в нижнем регистре, просто чтобы соответствовать тому, что браузеры делают в адресной строке. Хорошо, позвольте мне вернуться на эту вкладку видео и вернуться туда, где мы сейчас видим мой индекс. Я увеличу масштаб и там линк. HTML. К сожалению, когда я нажимаю на это и увеличиваю масштаб, вы буквально просто видите текст, который я написал. И все же в настоящее время на каждой платформе социальных сетей, за исключением Instagram, когда вы вводите URL-адрес или то, что похоже на URL-адрес. Даже если вы не беспокоились о HTTP или HTTPS, он обычно автоматически связывает его для вас на Facebook, в Twitter и на других сайтах. Это просто удобство. Discord и Slack тоже так делают. Но они делают это просто для того, чтобы сделать вещи более удобными для пользователя. Но они должны сгенерировать HTML-код соответственно соответствующими тегами и атрибутами. Так что, чтобы это действительно сработало, недостаточно даже сказать www.harvard.edu. Потому что если я сейчас вернусь назад и перезагрузюсь, вы буквально просто увидите все это в виде текста. Если вы хотите, чтобы браузер рассматривал это как ссылку, вам нужно использовать тег якоря. Было бы здорово, если бы это называлось тегом ссылки, но это не так. Это называется тегом привязки или сокращенно. А. И вы ссылаетесь на URL-адрес, на который хотите привести пользователя через хрев для гиперссылки. Это один из самых ранних тегов, возможно, один из самых загадочных на данный момент. Но если я затем заключу весь этот URL-адрес в кавычки и закрою свой тег, то теперь у меня будет возможность закончить свою мысль между начальным тегом и конечным тегом для этого якоря. А то, что я помещаю между начальным и конечным тегом, это то, что увидит человек. Так что здесь я могу сказать Гарвард. Я могу вернуться на свою другую вкладку. Я могу перезагрузить страницу. И теперь вы видите знакомое синее подчеркивание. Теперь это реальная связь. И если я нажму на нее, то попаду на настоящий веб-сайт Гарварда. Но здесь есть риск. Кто-нибудь может довольно просто представить себе, сколько прошло 60 секунд после тега якоря, как кто-то злоумышленник мог злоупотребить только этим тегом. Как мог веб-сайт, управляемый злоумышленником, как мог спамер злоупотребить этим тегом, как вы думаете? Да. Не могли бы вы сказать, посетите Ель? Да, безусловно. Вы могли бы заставить его сказать что-то одно, но вести в другое место. Так что я мог бы сказать здесь ель. Ничто не останавливает меня как разработчика. Вернитесь на страницу. Перезагрузитесь. Теперь здесь написано посетите ель. Вы нажимаете на ель и вуаля, в итоге вы подаете заявление не туда. Вот тут есть несколько намеков на это. Я мог бы навести на это курсор. И очень маленький. Похоже, это не очень хорошо для ваших методов защиты от взлома. Но здесь внизу вы действительно можете увидеть URL-адрес, по которому он будет отправлен. И большинство браузеров действительно делают это, по крайней мере, на настольных компьютерах и ноутбуках. Так что это небольшой намек. Но то, что вы здесь видите, несмотря на то, что это своего рода глупый игровой пример, именно так работают фишинговые атаки PHISHING, при которых злоумышленник просит вас войти в свою учетную запись PayPal. Но это не относится к PayPal.com. Он переходит на какой-то другой случайный веб-сайт, который они купили и создали, который затем пытается собрать ваше имя пользователей и пароль и сохранить их в своей базе данных. Так что теперь они могут войти в вашу учетную запись PayPal под вашим именем. И все сводится к этому простому примеру. И вы тоже можете быть еще более манипулятивным. Вы даже можете произнести весь URL-адрес Ельского университета, например, yale.edu или еще хуже, www.yale.edu и перезаряди его. А теперь я имею в виду, кто из вас и людей в вашей жизни обязательно будет настолько параноиком, чтобы просто вслепую не кликнуть по этому URL-адресу. Вот почему просто быть защищенным человеком реального мира в наши дни в цифровом виде становится все более важным. Так что те же самые вещи, которые могут быть использованы для хороших или безвредных случаев использования могут быть использованы и в дурных целях и это буквально так просто вопросы по любому из этих тегов на данный момент еще несколько предложений есть ли вопросы по этому поводу здесь нет что же позвольте мне открыть парочку которые я принес заранее просто чтобы нам не пришлось печатать их все здесь если у вас например есть веб-страница на которой довольно много кода позвольте мне быстро взять с веб-сайта пару примеров а именно тот, который будет называться как насчет мета. HTML. И в этом примере дайте мне минутку, чтобы просмотреть его во весь экран, у нас будет файл. Так что закодируйте мета. HTML. Я открою это следующим. Никакого отношения к тому, что мы сейчас знаем как метакомпания. Скорее это будет страница, на которую я скопировал и вставил тот же фрагмент текста на латинице, что и ранее. Так что это будет действительно большой абзац текста. И это пример, когда если бы вы открыли эту веб-страницу не на моем собственном Mac или вашем ПК, а на своем телефоне. Шрифт на самом деле мог бы быть действительно раздражающим и трудным для чтения. Почему? Потому что ваш телефон попытается втиснуть весь контент в крошечное окно просмотра. Вместо этого прямоугольную область. В Вашего телефона. Оказывается, есть способы, довольно простые способы, сделать ваш веб-сайт удобным для мобильных устройств, иначе известный как адаптивный. И самый простой способ сделать это включить сюда этот тег метатег. Опять же, никакого отношения к Facebook. Это было здесь гораздо дольше. И в данном случае этот метатек в пятой строке имеет свой собственный подход к парам ключ значения. Это хороший пример того, где было бы неплохо, если бы он выглядел так же, как и все остальное, но это то, что у нас сложилось исторически. У вас может быть метатек с атрибутом name, который ссылается на название какой-либо функции браузера. В данном случае видовой экран ⁇ это технический термин, обозначающий большую прямоугольную область, на которую я все время ссылаюсь. На самом деле это тело вашей страницы. Содержимое видового экрана вы можете сказать несколько эзотерических деталей вроде этого. Начальный масштаб должен быть один. То есть независимо от того, кто посещает ваш сайт, он не должен начинаться с увеличения. Он не должен начинаться с уменьшения масштаба. Он должен начинаться только с размера по умолчанию. А затем вот это, ширина равна ширине устройства, это очень хитрый способ сказать, что если у пользователя маленький экран, покажите текст пропорционально этому размеру. Не пытайтесь просто втиснуть все это в крошечное окошко. Так что это очень просто. Но если для следующего набора проблем или будущих проектов вы обнаружите, что на мобильных устройствах все выглядит действительно плохо, этот вид тегов-то с чего нужно начать мета. Их не так уж много, которые вы будете использовать, но они полезны и для других механизмов. На самом деле, позвольте мне пойти дальше и полутайно привести еще один пример, в котором я собираюсь взять другой пример, в котором используется больше этих тегов. И через мгновение я раскрою его здесь. Дайте мне здесь всего одну секунду. Я предложу, чтобы в этом примере мета мы теперь добавили эти свойства вместо этого. Поэтому я скопировал и вставил это из существующего файла просто для того, чтобы не тратить время на ввод всего этого. Если вы когда-либо делились URL-адресом на Facebook или Twitter, или Slack, или Discord, или любом количестве современных веб-сайтов, которые автоматически показывают хороший предварительный просмотр, где вы внезапно видите изображение страницы по умолчанию. Может быть несколько предложений или слов текста или что-то в этом роде. Иногда эти приложения, эти веб-сайты просто выбирают первое изображение, которое они находят на веб-сайте, или первое предложение, которое они видят и показывают это. Но это может может быть не очень удобно для пользователей или для поисковых систем. И поэтому разработчик может захотеть контролировать то, что Slack, Discord, Facebook, Twitter и другие подобные сайты показывают по умолчанию. Для этого в настоящее время вы можете использовать так называемые теги OpenGraph, то есть метатек можно использовать и по-другому. И вы просто посмотрите на эти вещи. Даже мне пришлось посмотреть это, чтобы вспомнить, что такое пара ключ значения. Метатек также может иметь атрибут свойства, который может быть этими очень специфическими строками. Название OG, описание OG, изображение OG, которое обозначает открытый график, что опять же является стандартом, который эволюционировал в последние годы. И что вы можете здесь сделать, так это сообщить браузерам и в свою очередь серверам. Что вы хотите, чтобы они отображали в качестве заголовка страницы по умолчанию, описание страницы и даже изображение по умолчанию. Просто Просто для того, чтобы вы могли проявлять больше контроля при обмене информации в социальных сетях и в наши дни. Опять же, все сводится к этим ключевым парам ценностей. Это абсолютно та вещь, которую вы просматриваете по мере необходимости для перекрестной проверки. Но такие возможности есть, и поэтому буквально в следующий раз, когда вы вставите ссылку в Slack или Discord или на любой онлайн сайт, который затем отобразит ее встроенным способом, просто знайте, что все это время небольшой текстовый код, подобный этому в HTML, был там тем, кто создал сайт. Все в порядке. Давайте приведем один заключительный пример только в HTML. Прежде чем мы перейдем к простой очистке эстетики и улучшению визуальных эффектов всего, что мы создавали, позвольте мне продолжить и закончить мета. HTML. Позвольте мне закодировать новый файл под названием «Как насчет Search». HTML и посмотрите, не можем ли мы черпать вдохновение из нашего беглого понимания того, как работают URL-адреса. Чтобы увидеть, не можем ли мы изобрести google.com сам по себе. Итак, напомним, что канонический URL-адрес может выглядеть вот так. И в частности, если вы хотите передать пользовательский ввод на этот URL-адрес, опять же у вас потенциал может быть знак вопроса, а затем пара ключ-равно значение. Или если уж на то пошло, у вас даже может быть несколько пар ключ-значения, которые по соглашению разделены амперсандами. Эти вещи есть везде. Позже сегодня, когда вы откроете почти любой веб-сайт в своем браузере, посмотрите на URL-адрес, и вы просто увидите много из этого. Тоже много шума и отвлекающих факторов. Но скорее всего там будут какие-то знаки равенства или амперсанды. И это всего лишь разделяющие пары ключ-значения. Итак, что я могу здесь сделать? Хорошо, если вы вспомните, как мы ранее вручную искали кошек. Позвольте мне быстро это сделать. Я сделаю это вручную. Док, введите HTML в качестве моей самой первой строки. HTML тег S как насчет моего атрибута lang для английского языка здесь. А потом внутри этого у меня будет бирка с головой. Внутри этого у меня будет титул. Я назову этот пример поиском. А затем здесь внизу у меня будет начало тега тела. А теперь позвольте мне представить вам действительно заключительный тег на данный момент, тег формы, который создаст веб-форму, вещь с текстовыми полями и кнопками, которую мы с вами используем каждый день на любом количестве веб-сайтов. Внутри этой формы у меня будет ввод в виде текстового поля, название которого будет Q для запроса, потому что я пытаюсь переопределить Google здесь. Тип, который я хочу, чтобы это было текстовое поле. Или если я знаю, что использую это для поиска, я действительно могу изменить это на поле поиска. И это позволит мне. Обычно там ставится маленький крестик, чтобы вы могли быстро его очистить. Это тоже приятное маленькое улучшение. А затем я дам себе кнопку «Отправить», выполнив вот упс. Я дам себе кнопку «Отправить», выполнив вот типа «Отправить». А затем я оставлю это здесь как таковое. Хорошо. Теперь мне нужно сделать еще немного. Но давайте посмотрим, как это выглядит. Позвольте мне перейти на другую вкладку. Позвольте мне вернуться к моему индексу. И если я уменьшу масштаб, там будет Search. HTML. Я нажму на нее, и здесь ничего особенного не произойдет, даже если я увеличу масштаб. Но у меня действительно есть действительно большое текстовое поле и кнопка «Отправить». Но я никому и нигде в своем HTML-коде не говорил, что хочу, чтобы этот ввод, независимо от того, набираю ли я кошка или собака, отправлялся на google.com. Так что для этого мне нужна еще пара атрибутов. И я знаю это потому, что делал это раньше. И любая онлайн-ссылка скажет то же самое. Вы можете добавить атрибут действия. Например, каким вы хотите, чтобы действие этой формы было. И вы можете указать URL-адрес, по которому вы хотите отправить эту форму. И я знаю по опыту, что это должно быть www.google.com search. Мне самому не нужно ставить здесь никаких вопросительных знаков. Но я действительно хочу, чтобы браузер сделал это за меня. Так что позвольте мне вернуться на другую вкладку. Позвольте мне перезагрузиться. И визуально ничего не произошло но посмотрите на это когда я сейчас набираю кошки но прежде чем нажать вот обратите внимание что в настоящее время я нахожусь на каком-то длинном сумасшедшем слэше url search html как и ожидалось если я сейчас перейду к кнопке отправить и нажму отправить посмотрите что произойдет с url адресом и самой страницей я перейду к фактическому google.com и действительно там есть те самые кошки а если я увеличу масштаб здесь вы увидите, что мой URL изменился на действительно поисковый. Q равно кошке. Так вот, как работают веб-формы. Когда вы отправляете любую форму в интернете таким образом, браузер автоматически переходит к этому URL-адресу действия, добавляет знак вопроса. Помещает любые пары ключ-значения, которые вы ввели вручную в текстовые поля, и позволяет серверу делать свое дело. Вот тут-то Chrome и начинает все упрощать. Safari тоже это делает. Если вы дважды щелкните по своему URL-адресу, теперь вы увидите полный URL-адрес. Но если какие-то части отсутствуют, это просто функция пользовательского интерфейса, чтобы устранить визуальные отвлекающие факторы в наши дни. Тем временем, если я вернусь к своей собственной форме, если на этот раз я буду искать собак и нажму Enter, теперь снова URL изменится на Q равно docs. И все это сводится к этому базовому строительному блоку использования тега формы. Теперь я могу быть более откровенным. Если я знаю, что хочу использовать get, что на самом деле является значением по умолчанию, я могу буквально сказать get без кавычек во всех строчных буквах. Хотя глагол ранее был специально написан в верхнем регистре. Но здесь и сейчас я просто выражаюсь еще более откровенно. Если я не хочу, чтобы надпись на этой кнопке была очень обобщенной отправить, может быть я хочу, чтобы это было поиск в Google, цитата без кавычек. Хорошо, если вы прочитаете документацию к формам, вы действительно можете изменить значение кнопки, чтобы она была в кавычках без кавычек поиск в Google. И если я сейчас вернусь сюда и перезагрузюсь, я получу свежую форму. И теперь я получу кнопку, на которой буквально написано поиск в Google. И если я повозлюсь с этим дальше, потому что это не очень удобно для пользователя, я смогу сделать еще больше атрибутов. Я могу добавить в свой поисковый ввод значение автозаполнения, отключенное, если я по какой-либо причине не хочу видеть свою собственную историю. Я не хочу, чтобы люди знали, что я ищу кошек и собак на этой странице. Я могу автоматически сфокусироваться на текстовом поле так, чтобы по умолчанию в нем мигал курсор. И я даже могу сделать что-то подобное. У меня может быть атрибут ⁇ Заполнитель ⁇ который говорит что-то вроде запроса или какой-то другой документации для пользователя. И если я сейчас вернусь назад и перезагружу, вы увидите, что на нем написано ⁇ Запрос ⁇ и это незаметно, но мой курсор уже там. Это придало ему фокус. И теперь я могу вводить кошки без необходимости нажимать на поле вручную, что лишь незначительно улучшает пользовательский опыт. У вас есть вопросы по всему этому здесь? Есть какие-нибудь вопросы? Хорошо. Это тоже было очень много. Почему бы нам не сделать обычный пятиминутный перерыв? А когда мы продолжим, мы взглянем на C, добавим немного JavaScript, а затем завершим работу. Так что пока только пять минут. Хорошо. Мы вернулись. Так что технически на этом все. Здесь все зависит от онлайн-ресурсов и ссылок, на которые мы вам указываем, просто чтобы пополнить ваш словарный запас дополнительными тегами и атрибутами. Но концептуально это все. Есть атрибуты, есть теги и есть атрибуты а все остальное на самом деле просто своего рода список возможных функций. Но со временем вы тоже увидите, что можете видеть даже HTML-код для веб-сайтов. Так, например, если я подойду к harvard.edu в моем браузере, что я сделаю через мгновение здесь и сделаю здесь и сделаю хтпс, www.harvard.edu. Видите, он снова откроет сегодняшнюю версию веб-сайта Гарварда. А если я щелкну по нему правой кнопкой мыши или еще раз кликну по кнопке управления и перейду в раздел «Проверка», вы увидите эти так называемые инструменты разработчика. А ранее мы сосредоточились на вкладке «Сеть» просто для того, чтобы увидеть, что происходит с HTTP. Но то, что я упустил из виду ранее, это так называемая вкладка «Элементы», которая фактически показывает вам HTML, лежащий в основе любой веб-страницы в интернете. Вот, например, базовый HTML для домашней страницы Гарварда на данный момент. И с эстетической точки зрения часть его была свернута. Так что если я нажму на эти различные треугольники, я увижу, что на самом деле внутри. Это дочерние элементы некоторых из этих HTML тегов. Но здесь, если вам когда-нибудь станет интересно, как веб-страница визуально добавила какую-то функцию, вы можете просто буквально использовать эти инструменты разработчика, встроенные в ваш собственный браузер, чтобы посмотреть, что на самом деле сделал веб-разработчик. И вы тоже можете делать такие вещи. Например, если вам действительно нравится, может быть, давайте посмотрим, если вам действительно нравится это меню в правом верхнем углу веб-сайта Гарварда. Вы даже можете щелкнуть по нему правой кнопкой мыши или щелкнуть по нему конкретно «Выбрать». Проверьте, что будут делать браузеры, так это переходить к HTML-коду, соответствующему этому визуальному элементу на странице. И здесь вы можете видеть, что мы раньше не говорили об этом теге. Есть «Кнопки», есть «Атрибуты ID» а также некоторые другие атрибуты, которые определяют эту кнопку. Вы можете делать и другие вещи на веб-странице. Позвольте мне прокрутить страницу вниз, например, здесь. И на самом деле давайте перейдем к другой странице, например, yale.edu вот в сегодняшней теме. И предположим, что мы хотим сделать что-то вроде изменения эстетики этого веб-сайта. Хорошо, как насчет этого. Вот здесь жизнь в еле. Давайте щелкнем по этому правой кнопкой мыши. Выберите «Проверить». Это приведет к переходу в ту часть страницы. И обратите внимание, что вы можете сделать здесь, на этой вкладке «Элементы». Сегодня мы можем быть немного игривыми в ответ. Жизнь в Гарварде. И вуаля, похоже, мы изменили веб-сайт еле. Так ли это на самом деле? Надеюсь, взломать на самом деле не так просто. Что мы на самом деле сделали, основываясь на сегодняшней ментальной модели? Я изменил страницу, но... Да, я просто изменил то, как это для меня. Потому что мой браузер, точно так же, как в случае с Филис и Брайаном с самого начала, запросил веб-страницу Еле. Я получил обратно виртуальный конверт, содержащий этот HTML-код, как мы теперь его называем. В моем браузере есть локальная копия. У него есть собственное дерево, иначе известное как DAM, объектная модель документа, созданная в его памяти. И да, я поехал в город и изменил свою копию документа. Но, конечно, надеюсь, я не изменил сам сервер. И на самом деле, если я сейчас перезагрузю веб-сайт Еле, надеюсь, он вернется к тому, как Каким он должен быть? Жизнь в еле, но эта возможность в вашем собственном браузере, будь то Chrome, Firefox, Edge или Safari, иметь эти встроенные инструменты разработчика очень мощна, потому что она позволит вам не только диагностировать проблемы, которые неизбежно возникнут в ближайшие недели с вашим собственным кодом. Но это также позволит вам узнать у других сайтов, как вы можете что-то делать и повозиться с ними. Но до сих пор мы фокусировались только на тегах и атрибутах, а также на структуре веб-страницы. Давайте теперь больше сосредоточимся на эстетике и тонкой настройке. Оказывается, что HTML имеет очень ограниченную поддержку чего-либо эстетического, такого как размеры шрифтов, цвета и так далее. И в последние годы люди обязательно используют второй язык, называемый C, а не язык программирования. Опять же, язык разметки, если хотите, чтобы просто точно настроить эстетику страницы. Размеры шрифта, цвета, поля и все такое. Таким образом, C позволит нам определить целую кучу свойств, что является просто терминологией еще одной группы людей для пар ключ-значения. Действительно, начиная с пятой недели, пары ключ-значения используются повсюду в мире, не только в свет-грин и ресторанах, но и в встроенном коде, языках и технологиях, подобных этим. Итак, свойство — это новое слово в C для обозначения того, что мгновение назад мы называли атрибутами в HTML. Но это та же идея, просто другая лексика, к которой со временем привыкаешь. Несколько фраз, которые я мог бы использовать сейчас, и которые вы услышите в ближайшие дни, будут следующими. Селектор типов, селектор классов, селектор идентификаторов, селектор атрибутов, которые просто относятся к различным методам, которые мы собираемся увидеть, которые позволят вам более точно контролировать эстетику конкретных вещей на странице. Итог как мы собираемся это сделать, заключается в том, что мы возьмем наш базовый HTML, как мы видели ранее. И в ближайшие несколько минут введем еще пару тегов или атрибутов. Во-первых, мы собираемся познакомить вас с тегом под названием Style который с красивым названием позволяет вам управлять стилем, эстетикой, визуальными эффектами веб-страницы. Или мы собираемся познакомить вас с тегом ссылки, который очень сбивает с толку и не дает вам ссылку, по которой вы можете перейти. Он просто ссылается на другой файл, который затем автоматически включается или импортируется, чтобы позаимствовать наш язык из C или Python. Но идея та же. Это позволит нам включать вторичные файлы. И мы собираемся в конечном счете показать вам, как вы можете использовать сторонние фреймворки, библиотеки, написанные другими людьми, чтобы не застрять в в сорняках всех тонких настроек эстетики. И просто делайте красивые вещи быстро, чтобы вы могли действительно сосредоточиться на интеллектуально интересной части, если это ваш выбор. Создание контента, сайта, приложения самостоятельно. Хорошо, с учетом сказанного, позвольте мне вернуться к версус коду здесь. И позвольте мне продолжить и создать простой пример, который называется Home. HTML. Очень простая домашняя страница Джона Гарварда, например. Позвольте мне сначала дать себе три абзаца, в первом из которых будет просто имя человека. Во втором абзаце будет сказано что-то вроде «добро пожаловать на мою домашнюю страницу, чтобы поприветствовать посетителей». А в третьем будет небольшой нижний колонтитул типа «Авторское право», как насчет Джона Гарварда 1636 или что-то в этом роде. Хорошо, Позвольте мне вернуться на другую вкладку, как и раньше. Перезагрузите мой индекс. Вот мой новый файл Home.html, и я нажму на это. И вы увидите хорошо, я имею в виду, это что-то вроде веб-страницы в стиле 1636 года. Супер простая весь текст, там нет ничего действительно интересного. Но мы можем начать стилизовать ее немного по-другому. Если заголовок страницы Джон Гарвард, а затем добро пожаловать на мою домашнюю страницу, а затем этот менее важный нижний колонтитул. Почему бы нам не сделать текст крупным, затем средним, затем маленьким? Значит, что-то произвольное, но немного более тонкое. Так что позвольте позвольте мне вернуться к версус коду здесь. И в моем home.html файл, позвольте мне представить пока не текстиля, а то, что я собираюсь временно назвать атрибутом стиля. И то, и другое действительно существует. Этот вариант проще и будет правильным, но через мгновение мы увидим, что он, возможно, не так хорошо продуман, как это часто бывает в нашем повествовании. Поэтому внутри тега стиля вы можете поместить этот язык, называемый C. Пара ключ значения иначе известные как свойства. Единственный способ узнать, какие свойства существуют, какие ключи существуют, это посетить занятия, прочитать книгу, посмотреть онлайн справочник. И мы собираемся дать вам лишь пример того, что там есть. Итак, предположим, я хочу контролировать размер шрифта этого. Первого абзаца я могу буквально сказать размер шрифта во всех строчных буквах, двоеточие, а затем такое слово как большой. Или я могу указать 12 пунктов или 18 пунктов или что-то более точное, например, из Google DAX или Microsoft Word. И предположим, что я хочу сделать этот текст здесь средним. Хорошо, я сделаю кавычки без кавычек, размер шрифта двоеточие, средний. И здесь внизу, или я сделаю стиль равным размеру шрифта мелким. Поэтому я начну только с этих трех пар ключ значения один и тот же ключ, но разные значения. Я вернусь на свою страницу и через мгновение перезагрузюсь, и это будет несколько неуловимо. Но посмотрите, как меняется размер шрифта, когда я перезагружаюсь сейчас. Хорошо. Так что у меня немного больше. Средний примерно такой же, а последний немного меньше. А что, если я захочу отцентрировать его? Точно так же, как на многих веб-страницах, текст расположен вот так по центру. Ну, я могу разделить эти пары ключ значение точкой с запятой. И я прошу прощения, точки с запятой как бы вернулись все. Но я могу сделать выравнивание текста по центру. Строго говоря, мне не нужна по последняя точка с запятой, если больше нет пар ключ значения, но я просто сделаю это, чтобы быть последовательным. Выравнивание текста по центру. А затем здесь внизу, после еще одной точки с запятой, выравнивание текста по центру. Хорошо, давайте вернемся назад, перезагрузимся. Теперь изменения будут гораздо более очевидны. И теперь у нас есть зачатки домашней страницы. Все еще довольно простая, но по крайней мере она немного интереснее. Оказывается, мы можем сделать немного лучше с символом авторского права. Как и большинство компьютеров, на самом деле есть поддержка круга с буквой S. Но вы не можете просто сделать это с таким текстом. Есть разные способы сделать это. Вы можете скопировать и вставить его с веб-сайта, на котором он уже есть, так что вам не придется вычислять волшебное нажатие клавиши на вашем Mac или ПК. Но в HTML также есть то, что называется сущностями. И вы действительно можете указать, используя шестнадцатеричные или десятичные коды, числа вроде этого, хэш 169 с запятой после амперсанда. И это специальный символ, который вы можете найти в любом онлайн-справочнике для специальных символов, которые трудно или невозможно вести вручную на клавиатуре. И это позвольте мне увеличить изображение, чтобы было очевидно, что если я сейчас перезагрузюсь вместо двух скобок и символа, теперь это правильный символ авторского права. Так что вы увидите это там. В наши дни они не обязательно так часто используются, но приятно знать, что они существуют. Но позвольте мне вернуться к моему коду и предположить, что хотя он и правильный, он, возможно, не очень хорошо разработан. И даже если вы никогда раньше не видели HTML, никогда раньше не видели C, какой у вас может быть инстинкт? Почему это плохо разработано? Да. Здесь повторение. В целом за последние несколько недель C, Python, SQL, как правило, были плохими и неаккуратными, и они плохо масштабируются. Так что повторение, на которое я думаю, вы, вероятно, намекаете, это выравнивание текста по центру, выравнивание текста по центру, выравнивание текста по центру. Ну, мы можем учесть это все. Буква S все означает каскадирование. И это означает, что если вы передадите какие-то свойства родителю или бабушке с дедушкой, дети или внуки унаследуют эти свойства то есть они, так сказать, каскадом спустятся по генеалогическому древу. Поэтому позвольте мне продолжить и удалить все это, поскольку я утверждаю, что они действительно излишни. И позвольте мне сохранить только одно из них, позвольте мне сделать это. Не совсем правильно помещать абзац внутри абзаца. Это просто не принято в английском письме или в письменном виде в целом. Поэтому сначала я сделаю одну вещь. Оказывается, что эти два абзаца, возможно, не являются абзацами. Это похоже на верхний колонтитул, тело, суть страницы, а затем нижний колонтитул. Так что если абзац не совсем соответствует английской семантике, вы можете использовать более общий тег, который есть во всем интернете, называемый div для разделения страницы. И это просто очень общий термин для большой прямоугольной области, которая снова и снова разделяет страницу, просто чтобы вы могли думать о разных регионах. Теперь у меня есть div, который на самом деле имеет не больше значения. Это разделение страницы. Интерпретируйте как хотите. Теперь у меня может быть несколько таких страниц. И позвольте мне продолжить и открыть здесь тег div. Позвольте мне закрыть новый тег div здесь. А затем просто чтобы все было в порядке, я выделю все, что находится между ними и нажму вкладку. И это просто автоматически сделает отступы для меня. Теперь у меня есть три раздела внутри другого раздела, и это совершенно нормально. Это делается очень часто. Теперь я собираюсь сделать это. Стиль равен кавычкам без кавычек выравнивание текста двоеточия по центру точка с запятой или нет. И теперь у меня есть некоторые каскадные возможности. Теперь родитель этих троих детей, Джон Гарвард, добро пожаловать на мою домашнюю страницу, и все авторские права теперь унаследуют эту собственность. Поэтому, когда я нажал «Перезагрузить», с эстетической точки зрения ничего не изменилось. Упс, извините, мне следовало сделать перезагрузку немного раньше. Когда вы используете DIV вместо абзаца, это фактически избавляет от пробела между этими абзацами. Это просто сближает их немного ближе друг к другу. Я могу исправить это другим способом. Но кроме этого, все по-прежнему по центру, а текст по-прежнему крупный, средний и мелкий. Но я должен был обратить внимание на это изменение интервала между абзацами. Но мы могли бы вскоре вернуть это обратно, если бы захотели. Что еще я мог бы сделать, чтобы, возможно, улучшить это? Ну, строго говоря, на самом деле мне не нужен этот родительский диф потому что у этих трех див внутри уже был родитель. Так что позвольте мне на самом деле избавиться от этого нового див, просто чтобы отменить то, что я сделал. Я выделю это. И если вы еще не видели этого трюка, вкладка Shift будет красиво удалена, что возможно полезно. Я мог бы просто выровнять текст по центру на тяге тела. Так что выровняйте текст по центру двоеточие, цитата без кавычек. Это тоже сработало бы так же хорошо, если бы вы поднялись по генеалогическому древу, так сказать, перезагрузились, и теперь действительно ничего эстетически не изменилось на этот раз. Но оказывается, что в наши дни сеть становится немного более изощренной. И хотя вы увидите так много примеров в интернете, в учебных пособиях, в книгах, где повсюду используется div, 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 существуют новые семантические теги. Семантика просто означает, что они имеют больше смысла, чем это общее понятие разделения. И если вы посмотрите документацию по HTML, вы увидите, что если вы хотите иметь заголовок на странице, не заголовок, такой как h1, h2, а заголовок. В настоящее время буквально есть тег-заголовка. И это немного лучше, потому что теперь в нем говорится то, что есть. Поисковые системы, такие как Google и Bing, могут определить о это заголовок страницы. Может быть, нам следует использовать это и придать ему большее значение в результатах поиска. Тогда у вас может быть основная часть страницы. Так что в наши дни буквально тег называется Main. У вас может быть буквально нижний колонтитул страницы. И опять же, они часто полезны для программ чтения с экрана, чтобы помочь пересказать что-то устно людям, которые в противном случае не смогли бы их прочитать. И вероятно, программы чтения с экрана могут выделить верх верхний колонтитул и основную часть, но, возможно, не будут тратить время пользователя на нижний колонтитул, что, возможно, обычно немного менее важно семантически. Или поисковые системы опять же теперь знают, что такое верхний колонтитул, что такое нижний колонтитул, какова основная часть страницы. Так что они знают, что искать и анализировать. Так что, возможно, это был бы лучший дизайн и в наши дни. Но что еще остается проблемой? Ну, сейчас это становится немного более тонким и требует некоторого опыта. Но эта практика помещения HTML и C в один файл немного неаккуратна. Почему? Потому что это означает, что я объединяю свои данные с их представлением. Пикантные вещи, которые меня волнуют, такие как Джон Гарвард и фраза «Добро пожаловать на мою домашнюю страницу». А также вся эстетика, которую я, возможно, захочу изменить со временем. И честно говоря, поскольку в настоящее время все находится в одном большом файле, мне будет очень трудно сотрудничать с одноклассником или коллегой по работе. Так что, возможно, я буду писать HTML, а не C. Э, нет, если вы все работаете с одним файлом. Это был бы кошмар. Даже если вы используете функцию совместного использования кода versus, такую как Google DAX, и оба печатаете одновременно, вы все равно что-то напутаете. Было бы неплохо, если бы мы могли разделить эти два языка. Ну, один из способов сделать это был бы следующий: позвольте мне избавиться от всех тегов стиля. Извините атрибуты стиля, которые я до сих пор добавлял ко всем четырем этим тегам. И позвольте мне вместо этого представить тег стиля, который мы видели на слайде ранее. Я собираюсь подняться сюда в начало страницы, где технически должны быть эти теги стилей, чтобы они уже были загружены в память еще до того, как тело будет проанализировано браузером. А внутри тега стайл я на самом деле собираюсь выбрать HTML элементы, которые я хочу стилизовать, если хотите. Так что если я захочу изменить эстетику тела, я собираюсь буквально ввести название этого тела тега. И затем, извините, фигурные скобки вернулись также из Си. Внутри этих фигурных скобок я собираюсь выровнять текст по центру, чтобы пары ключ значения совпадали. Единственное, что я сделал нового, это перенес часть синтаксиса в этот новый тег стиле в заголовке. Если я хочу теперь управлять и тегом заголовка, я могу использовать те же фигурные скобки. Это соглашение о том, чтобы поместить открытую фигурную скобку на одну строку, закрытую фигурную скобку на другую. Браузеру на самом деле все равно, но это обычное соглашение о стиле C. Я собираюсь сделать размер шрифта большой точкой с запятой. Тогда для основного тега я сделаю размер шрифта средний. А затем для нижнего колонтитула я сделаю размер шрифта маленьким. Точно так же. И это по общему признанию немного более многословно. Это занимает больше строк кода. Все это не совсем умещается на экране. Но если вы сейчас прокрутите страницу вниз и у вас появится представление об этом, это будет просто лучше. Это просто более компактно. Это более читабельно. Контент, данные выскакивают наружу. И нет никаких визуальных отвлекающих факторов, таких как свойства C, как раньше. Плюс здесь тоже в том, что на самом деле нам это не нужно, на самом деле это не меняет эстетику. Если я перезагружу ту же страницу, она все равно будет выглядеть так же. Но я сделал шаг к немного лучшему дизайну. Но позвольте мне предположить, что есть и другие способы сделать это. Мы просто отбирали вещи по их типу. Так что это был так называемый селектор типов когда я буквально просто указывал тип тега. Тело, верхний, основной, нижний колонтитул. Но есть и другие способы, которыми теперь мы можем заложить основу для создания многоразового си, который вы, коллеги и одноклассники, можете использовать и повторно использовать в нескольких файлах и даже в нескольких проектах. Так что позвольте мне на самом деле пойти дальше и сделать это. Вместо того, чтобы просто очень прямо сказать, что я хочу, чтобы тело было центрировано, Позвольте мне придумать прилагательное, если хотите, и позвольте мне изменить это на ⁇ Центрированное ⁇ И это новое словарное слово ⁇ Центрированное ⁇ буквально будет означать выравнивание текста по центру. Позвольте мне продолжить, и я просто создам новое прилагательное ⁇ большой ⁇ новое прилагательное ⁇ средний ⁇ и новое прилагательное ⁇ маленький ⁇ Они намеренно соответствуют тому, что делают свойства. Но теперь это слова из моего собственного словаря, и они называются классами. Таким образом, класс – это просто набор пар ключ значения, набор свойств, которые вы можете придумать для себя сами. И сейчас он позволяет вам делать вот что. Теперь, если я хочу, чтобы все тело было центрировано, я могу добавить этот тег, который мы на самом деле кратко видели в HTML Ельского университета, класс равно центр. Здесь, в заголовке, если я хочу, чтобы это было большим, я могу сказать класс равно большой. Здесь, на главной странице, я могу сказать класс равно средний. А здесь внизу у меня может быть класс равно маленький. Теперь я сделал один шаг назад, заново добавив на страницу часть эстетики. Но это не фактические свойства. Дело не в парах ключ-значения. Теперь это более семантически приятно, потому что теперь я просто знаю с теней HTML, как эти вещи будут выглядеть. В то время как детали реализации для всех четырех этих прилагательных теперь отодвинуты выше. И это буквально мои слова. Я мог бы изменить его на «фу» и использовать класс равно «фу», но, очевидно, это был бы не лучший выбор слов в данном случае. Хорошо. Есть вопросы по этому поводу? Это то, что мы назвали бы селектором классов, используя буквально точку. Хотя точка нигде не появляется, но точка означает, что это класс. Это не всегда лучшие синтаксические дизайнерские решения, которые принимает мир. Хорошо. Тогда еще одна последняя хитрость. Обратите внимание, что это немного раздражает, что я все еще работаю с тем же файлом. И если мой одноклассник хочет улучшить мою эстетику, сделать мою домашнюю страницу намного лучше, если мой коллега хочет сделать то же самое. Разве не было бы неплохо, если бы мы могли фактически переместить весь этот код в другой файл, такой как библиотека Python или файл заголовка C. Ну что же, вы можете это сделать. Позвольте мне продолжить и удалить весь этот текст или. Позвольте мне добавить текст ссылки с непонятным названием хреф которого давайте назовем новым файлом styles c и давайте предположим что отношение этого файла это отношение таблицы стилей так что это художественный термин в мире веб-разработки Таблица стилей это текстовый файл который содержит множество стилей множество свойств c позвольте мне очень быстро открыть свой терминал и позвольте мне сделать код styles c Введите. И в этот файл я собираюсь вставить все те же строки, что и ранее. Но теперь они в отдельном файле. И действительно, если я скрою окно своего терминала и передам этот файл коллеге, теперь они смогут поработать над эстетикой страницы и сделать ее намного красивее. Возможно, использовать определенные размеры шрифта, возможно, добавить цвета и тому подобное. В то время как я могу полностью сосредоточиться на HTML, потому что этот файл теперь будет ссылаться на тот другой. И если я вернусь на свою другую вкладку и перезагрузюсь, Содержимое будет точно таким же, но теперь я использую вместо этого какой-то отдельный файл. У вас есть вопросы по поводу этих методов здесь? Нет. Хорошо и так, с учетом сказанного, позвольте мне показать только один пример того, что я минуту назад назвал фреймворками. И вот тут веб-разработка становится своего рода забавой, по крайней мере, если вам это нравится, особенно если вам нравится логический дизайн. Представление информации, которая вас волнует, но вы действительно не хотите. Бороться с размерами и цветами шрифтов и добиться, так сказать, идеальности в пикселях. Позвольте мне предложить открыть здесь пример в коде Versus, который я подготовил заранее. И это будет возможностью рассмотреть, как вы могли бы взять некоторые данные с прошлой недели Дели, в которых мы собрали избранное каждого, и выложить их в действительно большую HTML-таблицу. Я написал это заранее, потому что это был огромный объем данных но это те же самые данные из формы Google, что и на прошлой неделе. И вы уже увидите подсказки в виде тега таблицы и этих терс. И я добавил несколько других тегов для эстетики. Оказывается, когда у вас есть более визуально интересный заголовок для вашей таблицы, есть еще один тег, который называется T. Есть еще один тег, который называется Body. Это не все так интеллектуально интересно. Я только что прочитал документацию и понял, о, чтобы сделать вещи красивее, мне нужен тег Body и так далее. Но что здесь интересно, так это то, что если я зайду в свой индекс здесь и открою этот файл, который который называется Favorites. HTML. Вот все данные из электронной таблицы Google на прошлой неделе, которые мы экспортировали в формате CV, и я вручную преобразовал их в HTML. Это действительно стол, но он действительно некрасивый. Колонки расположены очень близко друг к другу. Довольно трудно отличить одну строку от другой. Но это всего лишь необработанный HTML, написанный мной. Теперь я мог бы использовать все некоторые трюки, которые мы только что видели, чтобы, возможно, изменить размер шрифта. Есть способы изменить цвет, цвет фона и многое другое в этом роде. Но, честно говоря, наверняка другие люди в мире представляли табличные данные красивым образом. Я был на многих веб-сайтах, где таблицы красивее, чем у меня. Могу ли я, может быть, использовать чужой фреймворк, чужой C, включенный в мою страницу, но не стоять у них на плечах и просто делать свои материалы красивее? Что же, осмелюсь сказать, что могу? Позвольте мне продолжить и снова полутайно открыть versus code. И позвольте мне взять немного другую версию Favorites. HTML, который я тоже открыл заранее, где вместо него добавляю эту строку кода. Дайте мне всего минутку, чтобы выдвинуть эту версию на передний план. И все данные те же, что и раньше. Но я добавил один из этих тегов ссылок. И я не ссылаюсь на свои собственные стили. Си. Я использую популярную библиотеку под названием Bootstrap. И Bootstrap это всего лишь одна из многих популярных библиотек, причем бесплатная, в которой есть целая куча файлов C, а вскоре и файлов JavaScript, которые вы можете просто бесплатно использовать в своих собственных проектах. В личном или профессиональном плане это просто заставляет вещи выглядеть и вести себя лучше, без необходимости изобретать колеса. Теперь, чтобы получить доступ к Си, мне пришлось прочитать их документацию и взять этот очень длинный URL-адрес здесь. Но это та же идея ссылка href равна цитате без кавычек. И я прочитал их документацию, и они сказали мне добавить это. Они сказали мне, что если я хочу, чтобы мои таблицы были красивее, я должен добавить атрибут класса в свой собственный тег таблицы и указать немного странно. Но это то, что сказал мне Bootstrap, класс, называемый таблицей. И это сделает его более красивым загрузочным столом. И если я захочу сделать его полосатым, как и все остальные строки, серым, а не белым, просто чтобы он выглядел немного более визуально. Я также могу добавить второй класс, разделенный пробелом, который называется таблица в полоску. Это все, что я сделал. Я добавил пятую строку и изменил девятую, вот и все. Остальные сотни строк в Favorites. HTML это одно и то же но если я сейчас вернусь сюда и перезагрузю браузер то теперь благодаря bootstrap вуаля это намного красивее теперь я могу уменьшить масштаб и это изменит размер шрифта только локально для меня. И даже если вам не нравится их эстетика, я имею в виду, что это легко лучше, чем мое собственное там. И оказывается, что мы можем сделать еще лучше, добавив к этому еще и интерактивность. Но для этого нам понадобится один заключительный язык на сегодня. И это настоящий язык программирования. И мы не будем использовать его так часто в CS50, но мы представляем его здесь, когда начинаем создавать веб-материалы. Потому что существует так много бесплатных библиотек и профессиональных библиотек, которые вы можете использовать просто для того, чтобы сделать ваше веб-приложение более более привлекательными и интерактивными. Мобильные приложения также все чаще используют HTML, C и JavaScript для питания наших iPhone и Android устройств. Поэтому краткий обзор некоторого синтаксиса, а затем мы завершим его несколькими, надеюсь, вдохновляющими примерами, чтобы дать вам представление о том, что может сделать JavaScript. Итак, JavaScript поддерживает условные выражения, точно так же, как C и Python до него. Если мы вернемся к нашим дням с нуля, то здесь, конечно, есть условное выражение. Вот соответствующий код JavaScript по состоянию на сегодняшний день. Он почти идентичен C с этим синтаксисом здесь. Если бы у нас было и в Scratch это выглядело бы так. В JavaScript это будет выглядеть примерно так. Так что это своего рода регрессия по сравнению с Python. Скобки вернулись. Фигурные скобки вернулись. Точки с запятой, о которых я упоминал в C, потенциально вернулись и в JavaScript. Но дело здесь в том, что это знакомо. И это другой язык, который часто используется в интернете, в то время как вы не можете использовать Python так, как мы собираемся использовать JavaScript. Он просто не был разработан для этой цели. Между тем, если у вас есть и else и else в Scratch, ну, в JavaScript так же, как и в C, это будет выглядеть примерно так. Переменные в JavaScript, конечно, тоже вещь. И в Scratch мы могли бы инициализировать переменную счетчика значением 0. В JavaScript есть несколько разных способов сделать это. И на данный момент ключевое слово «давайте». Это своего рода вежливый способ попросить переменную. Пусть счетчик равен 0 точки с запятой. Поэтому вы не упоминаете тип, но в данном случае вы используете ключевое слово let. Если вы хотите увеличить счетчик на единицу, вы можете сделать это несколькими различными способами в JavaScript. Так же, как и в C, в JavaScript вы можете сделать это. Так же, как в C и в Python, в JavaScript вы, также можете получить это. Так что плюс-плюс вернулся. Так что, возможно, это уравновешивает и другой синтаксис. В Python этого не было. Циклы вернулись, конечно же, в JavaScript. В то время как в Scratch вы могли бы повторить это три раза, в JavaScript это почти так же, как в C. Единственная разница здесь в том, что вы говорите LET вместо IN для такого примера, как этот. Между тем, если вы хотите делать что-то вечно на Scratch, на JavaScript точно так же, как на C, в данном случае вы говорите while true. Это означает, что нам вроде как комфортно тратить относительно мало времени на JavaScript по крайней мере для сегодняшних целей. Потому что синтаксически он действительно такой же, как мы видели раньше, возможно, с небольшими отличиями здесь или там. Но что сегодня, возможно, интересно, так это то, какие вещи вы можете с ним делать. Итак, с учетом сказанного, какие вещи мы можем сделать. Все сводится к этой картине. Если это простая веб-страница слева, а это соответствующее дерево или дам, объектная модель документа справа, то это дерево, которое браузер автоматически создает в памяти. Или, азу для вас, JavaScript теперь является полноценным языком программирования, который позволяет нам динамически манипулировать, например, считывать данные из этого, изменять это. И именно так Google, например, реализует ваш почтовый ящик. У них может быть в вашем почтовом ящике что-то вроде таблицы. Так что trtrtrtr, TR, 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 наверное, что-то в этом роде. Или, черт возьми, может быть div div div. Используя JavaScript, в любой момент, когда они поймут, что кто-то отправил вам новое письмо, они могут создать новый узел, новый прямоугольник в памяти. И вы, человек, увидите новый div или новый тер снова, снова и снова. Таким образом, с помощью JavaScript у вас просто есть возможность контролировать пользовательский опыт, вместо того, чтобы, как это делал я, постоянно нажимать «Перезагрузить на странице». Чтобы увидеть какой-то новый контент, увидеть какой-то новый контент. JavaScript может работать 24 7, так что вы действительно сможете увидеть все эти изменения вживую. Хорошо. Так что давайте прямо сейчас напишем немного кода JavaScript. Вместо того, чтобы писать его на сервере и выполнять на нем, мы собираемся использовать очень распространенную парадигму. Тогда как JavaScript фактически выполняется на стороне клиента браузера. То есть мы действительно действительно можем начать писать некоторый код JavaScript внутри нашего собственного HTML-файла, чтобы, когда пользователь посещает эту веб-страницу с помощью своего браузера, загружался не только HTML, но и любой C. Для браузера пользователя также важен код JavaScript, чтобы он выполнялся на стороне клиента в браузере, а не на стороне сервера, как это было в случае с Python в предыдущей неделе. Ну и что же нам делать с написанием кода на JavaScript? Давайте продолжим и вернемся к Hello. HTML, который раньше был полностью статичным примером, который буквально просто говорил привет, заголовок, привет тело. Действительно, если я открою это с помощью HTTP сервера и просмотрю это сейчас на отдельной вкладке, все, что там было сказано, было именно так. Заголовок привет на вкладке и текст привет в основной части окна просмотра, так сказать. Что же, давайте сделаем этот пример немного более динамичным, чтобы он не просто говорил привет, а возможно здоровался с реальным человеком. Так что давайте сделаем это. Давайте удалим жестко закодированное тело приветствия. И давайте на самом деле пойдем дальше и используем тег формы. Но мы не собираемся использовать эту форму, форму обычным способом, при котором данные отправляются обратно на сервер. Вместо этого мы собираемся усилить контроль над этой формой на стороне клиента. Поэтому я собираюсь пойти дальше и создать этот тег открытой формы, тег закрытой формы. Внутри этого позвольте мне ввести текст, в котором будет автозаполнение равно выключить. Просто чтобы убедиться, что то, что я ранее вводил в своих примерах, случайно не появится снова. Мы собираемся сделать автофокусировку так, чтобы курсор мигал прямо там в этом текстовом поле. И на этот раз я собираюсь пойти дальше и указать, как насчет заполнителей имени без кавычек, чтобы прояснить, что я запрашиваю у пользователя его имя. И тогда тип этого текстового поля будет по умолчанию или более явно здесь текст. А затем у меня будет, как мы уже видели ранее, кнопка тип которой «Отправить». Также наша типичная опция по умолчанию. А затем внутри этой кнопки будет надпись. Как насчет чего-то вроде того, как насчет того, чтобы назвать это приветствием. Так вот, что на самом деле будет написано на кнопке. Хорошо, позвольте мне вернуться на вкладку моего браузера. Позвольте мне перезагрузить эту страницу. И теперь мы должны увидеть относительно простую форму, в которой курсор мигает при вводе текста, запрашивая у пользователя его имя, а затем кнопку приветствия, которую я могу нажать. Но если я нажму на эту кнопку сейчас, это не принесет ничего полезного. Потому что я не написал никакого кода, который указывал бы браузеру, что делать, когда я нажимаю на эту кнопку. Но оказывается, что в мире JavaScript есть всевозможные события, к которым вы можете так сказать прислушаться. На самом деле вот лишь список некоторых из них. В любое время, когда что-то меняется в поле формы, в любое время, когда пользователь нажимает или перетаскивает что-то, в любое время, когда пользователь нажимает клавишу и, возможно, поднимает палец вверх, в любое время, когда мышь опускается или опускается, или на вершине чего-то, или в любое время, когда отправляется форма, это событие точно так же, как мы говорили о событиях на неделе 0 в Scratch. И в JavaScript, точно так же, как в Scratch, где вы можете что-то сделать при нажатии на зеленый флаг. В JavaScript вы можете написать код, который фактически прослушивает любое из этих событий или даже больше. Итак, с учетом сказанного, давайте вернемся к versus коду здесь и внесем вместо него пару изменений. Давайте продолжим и добавим в эту форму новый атрибут. Это не лучший способ сделать это, но, пожалуй, самый простой для первой версии здесь. И давайте предположим, что при отправке выполните следующее. Итак, при отправке это это атрибут HTML. И что любопытно, его значение внутри кавычек на самом деле может быть каким-то кодом JavaScript. И давайте продолжим и предположим, что в мире существует функция, называемая grid. И что я хочу сделать, так это вызвать эту функцию прямо здесь и сейчас. Хорошо, а теперь в JavaScript. Как мне сделать так, чтобы эта функция существовала? Она не появляется из коробки точно так же, как print might или say might в Python или Scratch, соответственно. Но я могу это сделать. Позвольте мне перейти к началу этой страницы. Внутри тега скрипта здесь как открытого, так и закрытого. Позвольте мне на самом деле написать немного кода JavaScript. И просто чтобы это выделялось, я дам себе пару пустых строк, хотя в этом нет строгой необходимости. И позвольте мне определить новую функцию в JavaScript, которая называется grid. И это синтаксис в JavaScript для создания вашей собственной функции. Аналогично в Python вместо того, чтобы говорить dev, в JavaScript вы просто говорите function, затем ими функции и любые аргументы в скобках после этого. Но я не собираюсь передавать их здесь. Тогда внутри фигурных скобок я собираюсь использовать встроенную функцию JavaScript, которая поставляется с любым браузером и называется alert. Это не самый лучший или красивый пользовательский интерфейс, но на данный момент он справится со своей задачей. Что я хочу сказать пользователю? Хорошо, давайте сначала просто скажем что-нибудь простое, например, привет мир, закроем кавычку точкой с запятой, тем самым предупредив пользователя именно этим сообщением. Теперь я собираюсь сделать здесь еще одно изменение. Я не хочу, чтобы эта форма действительно отправлялась на сервер. Точно так же, как мы видели в прошлом, когда вы отправляете форму. Она часто выглядит примерно так, googlecom search. Я действительно хочу, чтобы мой код JavaScript контролировал весь пользовательский интерфейс этой формы, чтобы я просто использовал форму в качестве механизма ввода пользователям. Они а для фактической отправки через get или публикации этих данных на какой-либо другой сервер, в том числе мой собственный. Так что это будет выглядеть немного некрасиво. Но после звонка Grid я действительно собираюсь это сделать. О чем я прочитал документацию, и я знаю, что если вы на самом деле жестко запрограммируете здесь false, это просто скажет браузеру: пожалуйста, не отправляйте форму. Вызывайте только функцию приветствия. Хорошо, хорошо, позвольте мне вернуться к моему браузеру здесь. Позвольте мне перезагрузить это, потому что мне нужно загрузить последнюю версию кода JavaScript. И я просто продолжу, даже не вводя свое имя, я нажму на кнопку приветствия, и вы увидите, что хотя и немного загадочно вверху, мы видим предупреждение с надписью "Привет, мир". На данный момент там мой уродливый URL-адрес моего кодового пространства, но мы действительно видим эту строку. Но чего я, конечно, не сделал, так это не взял никакого реального имени у пользователя. Так как же мы можем это сделать? Ну, в идеале я хочу предупредить пользователя «Привет, Дэвид, запятая» или «Привет, Картер», какое бы имя я не ввел в это поле. Так как же я могу это сделать? Хорошо, позвольте мне создать переменную с именем name. И позвольте мне установить ее равной вызову этой функции. Document. Query Selector. Это входит в состав самого JavaScript. Позвольте мне затем в скобках передать аргумент, которым будет идентификатор. Мне нужен уникальный идентификатор для вещи, которую я хочу выбрать. Так что позвольте мне вернуться к моему HTML-коду здесь. И вместо того, чтобы давать этому полю формы имя типа Q для запроса, позвольте мне на самом деле использовать другой HTML-атрибут, называемый ID. Где теперь я могу называть это как угодно? И для ясности я просто назову этот элемент ввода уникальным именем. Теперь здесь в селекторе запросов, точно так же, как в C, где вы можете использовать хэши, точки и другие символы, чтобы выбрать определенные узлы в вашем ДАМ, то есть прямоугольники в этом дереве памяти. Ну, я могу пойти дальше и выбрать имя хэша, которое. Опять же это всего лишь синтаксис для уникального выбора элемента, идентификатором которого в данном случае является имя. Итак, у вас здесь есть хэш. Вам не нужен хэш в качестве значения атрибута здесь, в строке 20. И теперь, если я действительно хочу получить значение этого текстового поля, я буквально просто говорю. Значение. Таким образом, документ относится ко всей самой веб-странице. Селектор запросов – это функция, так сказать, встроенная в этот объект. И значение, доступное через. Валиу точно так же, как структура C или даже класс Python, позволяет мне зайти внутрь этого текстового поля и получить любое значение, введенное пользователем. Теперь, как я довольно легко смог сделать на таких языках, как Python, я могу объединить это имя в строку через запятую, чтобы сформировать законченную фразу. И вы заметите здесь, что на самом деле я использую одинарные кавычки в своем JavaScript, двойные кавычки в своем HTML. Возможно, это общепринятое соглашение. В JavaScript языку все равно используете ли вы двойные кавычки или одинарные кавычки. Но я смелюсь сказать, что одинарные кавычки просто более распространены. И именно это я здесь и сделал. Хорошо. Теперь, как всегда, я скрещу пальцы. Вернитесь на эту страницу. Я собираюсь перезагрузиться, потому что я изменил JavaScript, и мне нужен мой браузер, чтобы загрузить его. А теперь я собираюсь ввести свое имя. Например, DVID нажмите «Поприветствовать», скрестив пальцы. И вуаля, теперь я вижу «Привет, Дэвид» через запятую. Хорошо получается, что несмотря на функциональность, это не самый лучший дизайн. И объединение вашего HTML-кода с вашим кодом JavaScript, как с этим атрибутом при отправке, не особенно чисто. Лучше, как и в случае C, сохранить ваш HTML здесь, ваш C здесь, а ваш JavaScript сейчас здесь, так сказать. А еще лучше, возможно, даже в отдельных файлах. Так как же я могу это немного изменить? Что же, позвольте мне продолжить и на самом деле давайте на минутку удалим весь этот код. И позвольте мне пойти и избавиться от этого в обработчике отправки здесь внизу, и действительно просто перегнать мой HTML только в HTML и следовательно атрибуты. И вместо этого я собираюсь сделать это прямо сейчас. Я могу использовать JavaScript для прослушивания этого события отправки или события отправки. На самом деле мне не нужно использовать HTML для этого. Я могу полностью использовать JavaScript так что получается, что я могу получить доступ к какому-то другому элементу этого документа, снова выполнив документ. Query Selector. Но на этот раз давайте выберем фактический тег формы. И у него нет идентификатора, потому что у него нет идентификатора в HTML. Но у него есть имя тега. Так же как в C, когда вы можете настроить таргетинг на элементы по их названию, я просто выберу одну единственную форму на этой странице, используя ту же функцию выбора запросов. А теперь я собираюсь использовать другую функцию, которая просто поставляется с JavaScript в контексте браузеров благодаря которой как только вы выбираете элемент подобный этой форме, я могу вызвать это Event Listen, что по духу похоже на Scratch при нажатии на зеленый флаг или любой подобный блок. Он. Затем вы можете сообщить браузеру, какое событие вы хотите прослушать. Я хочу прослушать события отправки. Поэтому вы не говорите здесь отправить. Теперь, когда мы работаем на чистом JavaScript, вы просто говорите отправить. И теперь я могу сделать что-то подобное. Я могу пойти дальше и сказать вызовите следующую функцию. И я даже не собираюсь утруждать себя тем, чтобы дать этой функции имя. И это разрешено в JavaScript, как мы кратко видели в Python. И то, что я собираюсь сейчас сделать внутри фигурных скобок после этой функции ключевого слова, это тот же код, что и раньше. Я собираюсь сделать так, чтобы имя равнялось Document Query Selector. Я собираюсь выбрать тот же идентификатор имени, что и раньше, и получить его значение. А затем я сделаю оповещение, а затем передам привет через запятую, после этого снова одинарная кавычка. Соедините с этим ими, а затем точку с запятой. Но мне нужно сделать еще одну вещь. Оказывается, что эта функция, и если вы читали документацию по этому методу, на самом деле автоматически принимает специальный аргумент, вызываемый по условию события. И это всего лишь переменная, если хотите, которая относится к любому событию, которое только что произошло. В данном случае это, конечно, будет сабмит. Но в других контекстах это может быть событие щелчка, событие нажатия мыши или что-то совершенно другое. Так что это позволяет мне сейчас сделать это, что немного загадочно, но вы привыкаете к этим условностям. Я могу использовать это событие, каким бы оно ни было. А затем предотвратить любое поведение по умолчанию, вызвав специальную функцию, которая называется «Предотвратить дефолт с большой буквы D». Это альтернатива той грязной возвращаемой ложной точки с запятой, которая раньше была у меня в HTML. Итак, все, что я сделал здесь сейчас, это оставил весь свой HTML в виде чистого HTML здесь, а весь свой JavaScript код в виде чистого JavaScript здесь. Такого рода разделение задач похоже на то, что мы начали делать C совсем недавно, чтобы эти два языка тоже были разделены. Что же, позвольте мне вернуться к моему браузеру здесь. Перезагрузите страницу. И, к сожалению, здесь я допустил небольшую ошибку. Позвольте мне ввести DVID и нажать «Приветствие». И, к сожалению, на самом деле ничего не происходит. Ну, может быть, это просто мое имя. Картер. Поприветствуйте меня. И кажется, что ничего не происходит. Это предупреждение не появляется. Ну почему? почему же это так? Что же, позвольте мне вернуться к Versus коду здесь и указать, что порядок операции в JavaScript по духу схож с C. Поскольку в седьмой строке я выбираю форму и пытаюсь добавить прослушиватель событий для отправки этой формы, к сожалению, в форме лучше было бы существовать в тот момент времени. Но это не так. Потому что точно так же, как в C и в некоторых случаях в Python, где компилятор или интерпретатор читает код сверху вниз, Обратите внимание, что форма на самом деле не существует, и поэтому загружается в память компьютера до строки 19. Так что нам нужно как-то изменить их порядок. Может быть самый простой способ сделать это, сделать что-то вроде этого. Позвольте мне прокрутить назад до тега моего скрипта и, возможно, немного более явно переместить его в том порядке, в котором я хочу, чтобы он выполнялся. Поэтому я собираюсь зайти под свою форму и внутрь своего тела, что на самом деле нормально для JavaScript здесь, и просто использовать тот же код. И предполагая, что я не допустил никаких опечаток, давайте вернемся к браузеру. Нажмите «Перезагрузить» еще раз, чтобы получить последнюю версию. Введите мое имя еще раз, используя это чисто JavaScript решение. И единственное изменение, которое я внес, это то, что я переместил код отсюда сверху вниз. Нажмите кнопку «Приветствие сейчас». И вау! теперь он вернулся мы получаем предупреждение с приветственной запятой дэвид так что такого рода вещи такого рода принципы имеют значение по крайней мере когда мы возвращаемся в этот мир но есть и другие решения и просто чтобы вы это увидели потому что это распространенное соглашение в библиотеках позвольте мне отменить это изменение и поместить этот текст сценария обратно в заголовок. Или действительно в любое другое место на странице, где он может быть. И позвольте мне предложить, что есть еще один способ решить эту проблему, отложить выполнение кода в строках с 7 по 11. До тех пор, пока действительно весь дам дерева не будет готов к работе. А синтаксис для этого может быть следующим. Я могу создать документ и добавить в документ прослушиватель событий, который будет прослушивать что-то немного особенное. И мне всегда приходится самому искать это, чтобы запомнить правописание и заглавные буквы. Но оказывается, что сам браузер, как только он загрузит весь ваш HTML сверху вниз, слева направо, вызовет событие, называемое загруженным контентом DAM. С заглавной буквы именно так. А если вы хотите вызвать какую-то функцию, и мне в этом случае даже не нужен аргумент события, вы можете открыть фигурные скобки так же, как и раньше, и поместить внутрь этих фигурных скобок код. Это вы хотите выполнить только после того, как содержимое дам будет загружено сверху вниз. А теперь позвольте мне просто закончить свою мысль закрытой фигурной скобкой, закрытыми скобками и точкой с запятой. Визуально выстраивать все это в линию немного раздражает, но я думаю, что у меня все еще хорошо получается. И теперь, несмотря на то, что этот код находится в верхней части моего файла или действительно над самим тегом формы, я думаю, что у нас все в порядке. Так что давайте вернемся к браузеру здесь. Перезагрузите страницу. Введите D-A-V-I-D и нажмите «Приветствие», и мы по-прежнему получим то же самое правильное поведение. Таким образом, это просто очень распространенная парадигма использовать такого рода события, чтобы слушать, слушать и слушать, ожидая, что что-то произойдет. А затем делать что-то только после того, как это произойдет. Хорошо, давайте сделаем еще один шаг с кодом JavaScript. Прежде чем мы рассмотрим, что действительно интересного в этом языке и что вы можете сделать с браузерами, в частности, просто немного очистив их. Я собираюсь вернуться к коду здесь, и я на самом деле собираюсь удалить или вырезать Весь этот код из Hello. HTML файл сам по себе. И я собираюсь изменить свой тег скрипта, чтобы между открытым и закрытым тегами не было ничего, но я собираюсь присвоить ему атрибут источника. И давайте продолжим и назовем это, например, hello.js. Таким образом, JS было бы условным расширением файла для файла JavaScript. И хотя это немного странно, что у нас есть тег сценария и атрибут исходного кода, а между тегами открыть и закрыть ничего нет. Это действительно соглашение, когда вы хотите поместить весь свой код в отдельный файл. И позвольте мне продолжить и сделать это. Позвольте мне продолжить и открыть окно моего терминала. Создайте новый файл под названием hello.js. а затем в этот файл я просто вставлю тот самый код, который я только что вырезал из предыдущего файла. Так что никаких изменений в коде. Все, что я делаю, это разлагаю его на множители. И теперь я делаю что-то похожее на нашу предыдущую факторизацию C, в которой до смешного использовался TechLink. Здесь используется TechScript. Это только сейчас позволяет мне сотрудничать с кем-то вроде Картера или с кем-то еще, чтобы они могли создавать код JavaScript, я могу создавать HTML. Возможно, третий человек может создавать C. И действительно, может быть, мы сможем построить еще более грандиозные вещи, спроектировав их таким образом. Хорошо. Хорошо. Позвольте мне снова вернуться к моему браузеру. Перезагрузите страницу. Я не должен увидеть никаких визуальных изменений, но если я снова введу свое имя Дэвид и нажму ⁇ Приветствие ⁇ это все еще работает. И то, что мой браузер только что сделал под капотом, это не только загрузка hello. HTML файл, как всегда, потому что теперь есть этот текст сценария который ссылается на источник другого файла. Точно так же, как тег изображения может ссылаться на источник изображения, браузер автоматически помогает мне, загружая его в свою память. А теперь как насчет последнего примера. И в этом случае я собираюсь пойти дальше и не записывать его вживую, а открыть заранее подготовленным. Просто чтобы показать вам, что вы можете сделать, прослушав некоторые из этих других событий, например, нажатие клавиши вверх, движение пальца вниз. Поднимите палец вверх и прислушивайтесь именно к этому, чтобы пока пользователь что-то печатает, вы тоже могли сделать что-то интересное. Я собираюсь вернуться в свой каталог здесь. И я нажимаю на этот источник, каталог, в котором есть все примеры, которые я написал здесь заранее. И я собираюсь прокрутить вниз до одного, который называется Hello 5. HTML. А в Hello 5 теперь мы избавились от кнопки. И у нас есть только это текстовое поле. Но теперь обратите внимание, что произойдет, если я начну вводить свое имя как DVID. Я вообще не набираю ввод. И на самом деле, если я начну удалять, передумаю и начну вводить имя картера. Обратите внимание, что веб-страница «Дам внутри памяти компьютера» теперь автоматически обновляется. Так что, казалось бы, это даже не прослушивание события отправки, а, возможно, прослушивание события ввода ключа. Так что позвольте мне вернуться к Versus-коду здесь. Откройте окно моего терминала. И в моем исходном каталоге позвольте мне открыть Hello5. HTML. Внутри тега «Скрипт» вы увидите код, похожий по духу на предыдущий, в котором я добавляю прослушиватель событий в документ, ожидающий загрузки всего содержимого «Дам». Но тогда внутри этой функции я сейчас делаю вот это. Я создаю переменную, называемую input, и выбираю из документа один единственный входной тег, который мы видели всего мгновение назад. Затем я добавляю в строку 11 в прослушивателя событий для нажатия клавиши вверх, что является именно тем жестом, чтобы я мог выполнить дополнительный код в любой момент, когда человек отрывает палец от клавиатуры после ввода клавиши. Что же мне тогда делать? Хорошо, я кажется, пойду дальше и объявлю еще одну переменную с именем Name. И я просто выберу какой-нибудь тег пи на странице. А теперь мы на самом деле не видели тег пи, так что я думаю, что пришло время взглянуть на HTML. Если я прокручу страницу вниз до нижней части страницы, где находится мой фактический HTML, вы увидите, что там есть только тег формы и больше нет обработчика отправки, как и раньше. Там просто тег ввода и вообще никакой кнопки, но в строке 29 здесь есть тег Открыть и закрыть p, просто чтобы у меня был пустой заполнитель, в который можно вставить что-то вроде Привет, Дэвид или Привет, Картер. Так вот почему теперь в строке 12 я могу определить переменную с именем name и выбрать этот тег p, чтобы что я хотел сделать. Ну, если внутри входных данных есть значение, то это по сути проверка на нуль или отсутствие строки. Итак, если input value не равно ничему, то есть в этом текстовом поле есть значение. Что же этот синтаксис здесь в строке 14? Очень умный способ сделать следующее. Зайдите на эту табличку с именем, то есть в пустой абзац. Измените его внутренний HTML-код, HTML-код внутри него, чтобы он был буквально таким. Здравствуйте, запятая. А затем просто, чтобы вы видели дополнительный фрагмент синтаксиса это похоже на строки Python F, синтаксис немного странный в JavaScript. На самом деле вы используете не одинарные кавычки, не двойные кавычки, а обратные тики, которые на клавиатуре английского языка в США обычно являются верхней левой клавишей вашей клавиатуры или около того. И использование фигурных скобок со знаком доллара точно так же, как только фигурные скобки в Python, позволяет нам подключать любое значение этого ввода. Однако, если там нет никакого значения, похоже я просто скажу привет, кем бы вы ни были. И на самом деле мы можем видеть это поведение сейчас, когда я удаляю, 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 удаляю. Удаляю, 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 удаляю и там ничего нет. Теперь условие и в больше не является истинным. И поэтому вместо этого мы видим это значение по умолчанию. Это только для того, чтобы сказать, что используя эти различные события, которые постоянно происходят практически на любой веб-странице. Мы теперь можем зарегистрировать код точно так же, как мы это делали в Scratch, чтобы фактически прослушивать эти события и что-то с ними делать. Теперь оказывается, что мы можем делать некоторые интересные вещи, даже используя сторонний код. И точно так же, как мы использовали Bootstrap некоторое время назад, чтобы сделать нашу таблицу красивее, позвольте мне предложить нам также взглянуть на эту версию избранного. Позвольте мне вернуться в мой каталог Source 8 и открыть избранное 2, которое я сделал заранее. Оно выглядит почти так же, хотя я немного увеличил масштаб. Но вы заметите, что над крайним левым столбцом этой таблицы вы увидите стрелку серого цвета, указывающую вверх и вниз. Раньше их там не было. Все, что у меня было, это статическая HTML-таблица со всеми этими данными, отсортированными в том порядке, в каком они были введены на днях в этой форме. Но теперь обратите внимание, что я могу сделать. Если я хочу отсортировать в одном порядке, я могу нажать на эту стрелку или в другом порядке, я могу отсортировать по этой стрелке. Так что по сути я делаю это в хронологическом порядке вперед или назад. А теперь скажите, как происходит эта сортировка. Предположительно, она основана на всех временных метках, которые были зарегистрированы, когда мы отправляли эту форму Google совсем недавно, когда она была в режиме реального времени. Но теперь JavaScript, оказывается, что мы можем каким-то образом использовать некоторую логику и сортировать эти данные по одному и тому же. И вы не получите это автоматически, просто используя один HTML. И так как мне этого удалось добиться. Что же получается, если я пойду дальше и закрою эти файлы hello? И в versus коде давайте откроем favorites 2. HTML. Вы увидите, что весь HTML код на самом деле один и тот же, если я буду прокручивать этот файл вниз и вниз. Но я добавил кое-что интересное вверху. Я скопировал и вставил соответствующий URL адреса и HTML теги из документации Bootstrap. И вы увидите здесь, что у меня есть файл, который называется не только Bootstrap. Min, C, но и Bootstrap. Bundle, Min, JIS, а также несколько других вещей, которые позволяют мне в конечном итоге использовать сторонние. Библиотеки должны добавить некоторые специальные HTML-атрибуты, которые эти библиотеки велели мне добавить. А затем, как только эти библиотеки обнаруживают наличие этих атрибутов в моих собственных необработанных данных, они делают свое дело и описывают JavaScript, а не технический термин, всю таблицу, и теперь делают ее интерактивной, а не статичной. Таким образом, вы увидите здесь, что эстетика стала такая же, как и прежде, стол и стол в полоску. Но теперь я добавляю еще один HTML-атрибут, называемый DataToggle, значение которого равно table. И я знаю это только из документации этих библиотек, указывающей, что именно так я теперь могу сделать эту таблицу интерактивной, как я тоже могу, добавив сортировку данных равно истина, в частности, в столбце метки времени. И единственное, что здесь возможно незнакомое, это то, что я использую th для заголовка таблицы, а не td, как я делаю в других местах. Но это все, что нужно, чтобы теперь сосредоточиться на исходных данных, которые вы хотите представить, и позволить кому-то другому выполнить тяжелую работу по фактической реализации логики. Давайте закончим просто взглядом на то, что еще вы можете сделать с помощью javascript и насколько он эффективен когда вы объединяете подобный язык с данными и пользовательским интерфейсом которые вы хотите передать давайте продолжим и откроем в каталоге source 8 нечто называемое background html теперь этот интерфейс здесь довольно прост в нем всего три кнопки rgb и фон, конечно, обратите внимание, по умолчанию просто белый. Но когда я нажимаю на R, фон становится красным. Когда я нажимаю на G, он становится зеленым. А синий цвет становится синим. И снова и снова. Так как же это работает? Ну, если вы снова вспомните доступное событие, возможно, я просто прислушиваюсь к нажатию на эти кнопки. А затем делаю что-то, возможно, с C-страницы, чтобы я мог видеть эти разные цвета. Так что на самом деле давайте вернемся к Versus коду здесь и откроем Background. HTML. А здесь вы увидите несколько простых HTML кодов вверху. Всего три кнопки. Но я дал каждый уникальный идентификатор, чтобы я мог ссылаться на нее в коде. А затем внутри тега скрипта здесь ниже, потому что я не стал заморачиваться с событием загрузки содержимого дам здесь. Обратите внимание, что я делаю следующее. Я создаю переменную с именем body, которая позволяет мне выбрать тег body. Затем в этих трех строках у меня есть код, который обрабатывает красный цвет. Что я я делаю. Хорошо, я выбираю из документа любой html тег, имеющий уникальный идентификатор красного цвета. А затем добавляю прослушиватель событий для любого нажатия на эту кнопку. И каждый раз, когда кто-то нажимает на эту красную кнопку, я вызываю эту функцию анонимно. У него даже нет и не нужно названия. И этот синтаксис здесь очень мощный, потому что теперь в JavaScript я могу изменить все свои страницы, выполнив body, который является тегом, который я выбрал две строки назад получив доступ к его стилю, получив доступ к свойству цвета фона и установив его равным красному кавычки без кавычек. И я делаю то же самое внизу для грина. Я делаю то же самое внизу для синего. И единственное, что здесь стоит отметить. Это то, что все оказывается, что свойство C для цвета фона страницы на самом деле является цветом фона во всех строчных буквах с дефисом между ними. К сожалению, в мире JavaScript дефис был бы ошибочно принят за вычитание как фон минус цвет, что было бы неправильно. Итак, соглашение в JavaScript заключается в том, что когда вы пытаетесь манипулировать C, вы берете любое имя, свойство, размер шрифта, Цвет фона и меняете его на так называемый верблюжий регистр здесь. Вы избавляетесь от дефиса и пишете последующие слова с заглавной буквы, например, цвет в данном случае здесь. Хорошо. Как насчет другого? Ну, оказывается, в те времена, в мое время, существовал HTML-тег, который действительно позволял вам это делать. Создавайте мигающий текст на экране. При такой скорости это, конечно, довольно неприятно. Но как это может сработать? Ну, это получается в JavaScript, если мы посмотрим на Blink. HTML-файл здесь мы увидим, что вы можете в своем. HTML сделать что-то буквально такое же простое, как Hello World в теле. Но тогда вы можете вызвать эту функцию здесь. Оказывается, точно так же, как Document, есть еще одна глобальная специальная переменная, которую вы можете использовать в JavaScript и браузерах, называемая Window, которая относится ко всем вещам, связанным с самим окном. Окно поставляется с функцией SetInterval, которая позволяет вам делать именно это. Установите интервал в миллисекундах. И после каждого истечения этого интервала для вас будет вызываться какая-нибудь функция. Так что в данном случае это происходит каждые 50 миллисекунд. Но Давайте на самом деле замедлим это до 500 миллисекунд или одной полсекунды. Вызовите функцию, которая называется blink. Обратите внимание, что у меня нет скобок после имени blink, потому что я не хочу вызывать blink сейчас. Я хочу сказать JavaScript, чтобы он вызывал функцию blink каждые 500 миллисекунд. Сейчас мы посмотрим, как выглядит этот код, но давайте вернемся на страницу и перезагрузимся. И теперь вы увидите, что это более приятное моргание, если это вообще так каждые полсекунды, потому что теперь я запускаю это событие. То есть я вызываю эту функцию сейчас каждые 500 миллисекунд вместо этого. Как мне это сделать? Ну, в этом же теге скрипта я изобрел свою собственную функцию мигания. В те времена это отличалось тем, что фактически было HTML-тегом, и одним из немногих тегов, которые мир удалил и избавился от них, чтобы они больше не использовались. Потому что они не очень удобны для пользователя. Но что я здесь внизу делаю? Я получаю текст самого документа с помощью этой переменной, а затем проверяю два свойства C, о которых мы раньше не говорили. Но оказывается, что вы можете проверить и установить видимость элемента. В JavaScript зайдя в этот тег, проверив его стиль и получив его видимость в свойстве. И если оно окажется равным скрытому, Следующая строка кода здесь 13. Вместо этого устанавливает его равным видимому. Иначе, если оно не скрыто, оно уже должно быть видно. И поэтому строка 17 переворачивает его в другую сторону и меняет на скрытое. Здесь левая рука, правая явно не разговаривает. Понятия не имею, почему противоположность видимому не является невидимым. Оно действительно видимое и скрытое. Но это просто позволяет вам при каждом вызове этой функции изменять свойства с одного значения на другое, добиваясь этого эффекта мигания. Вы можете делать еще более мощные вещи, которые мы с вами считаем само собой. Разумеющимися каждый день. Давайте зайдем в источник 8 и перейдем к это комплете HTML, о котором я написал заранее. И это страница, которая также загружает в память действительно большой словарь, который вы, возможно, помните из пятого набора задач. И если я продолжу и веду что-то вроде CAT, вы заметите, что под текстовым полем динамически появляется неупорядоченный маркированный список, в котором показаны все слова в этом словаре из набора P5, начинающиеся на C, а затем си, а затем T, точно так же как автозаполнение, которое вы видите каждый день на своем телефоне и в Google или на подобных сайтах. Как это работает? Ну, наверное, я прислушиваюсь к нажатию клавиши вверх. Как только эта клавиша нажата, я, вероятно, выполняю поиск по большому массиву действительно всех этих слов, может быть, используя линейный поиск. Может быть, двоичный поиск, если быстрее. А затем ищу любую строку в этом массиве, которая начинается с CC или CAT. И затем я автоматически генерирую HTML-код. Но, возможно, самое знакомое в наши дни – это то, как много ваш телефон и ваш ноутбук знают о вас. И позвольте мне привести последний пример здесь, в источнике 8, который называется Geocation. HTML, что является художественным термином, который просто относится к выяснению вашей географии. Например, ваши координаты GPS. Теперь у нас есть третья и последняя глобальная переменная, которую предоставляет вам ваш браузер, называемая навигатором. А в навигаторе есть специальный объект, называемый геолокацией, который поставляется с функцией получения текущего местоположения. Поэтому, я если вы вызовете навигатор Geocation, get current position, а затем передадите собственную функцию, которая не нуждается в имени, но принимает аргумент, в этом случае я назвал ее position. Как только браузер или как только телефон определит, в какой точке мира находится пользователь с этим браузером на определенной широте и долготе, браузер автоматически вызовет эту функцию для вас и вы можете делать все, что захотите, с возвращаемой позицией, широтой и долготой соответственно. Поэтому я собираюсь использовать функцию, которая не часто бывает полезной. Но для наших сегодняшних целей она просто запишет в сам документ, в мою большую прямоугольную область любую широту, затем запятую, а затем долготу. Так что если мы вернемся с этим заключительным росчерком в источник 8, откройте Geocation. HTML, вы увидите, что мой браузер сначала запрашивает мое разрешение, чтобы сообщить этому собственному веб-сайту о моем местоположении. Я собираюсь пойти дальше и нажать кнопку «Разрешить». Скрещиваю пальцы, потому что телефону или ноутбуку может потребоваться некоторое время, чтобы разобраться в этом. И похоже, что согласно данным Google, в данный момент я нахожусь с моим Mac на широте 42,375, запятая минус 71,11. Давайте выделим и скопируем это. Давайте зайдем на такой веб-сайт, как googlemaps.com. Скрещиваем пальцы. Если вы никогда этого не делали, вы тоже можете искать координаты по GPS. Давайте нажмем «Ввод». И это потрясающе. Мы действительно находимся в театре Сандерса, примерно там, стоим на этой сцене в Хэллоуин. И это на восьмой неделе. Увидимся в следующий раз. Счастливого Хэллоуина. Идите. Буферизация. Окей. Джош, здорово. Хелен. О. Мони. О нет, подождите. Это было потрясающе, Джош. Софи. Потрясающе. Это было прекрасно. Мони. Я думаю, что я перейду к Йолю. Гай. Это было потрясающе. Спасибо вам всем. Так хорошо.